Понеділок, 6 вересня, в ефірі телеканалу «Україна-24». Настав час Голованова. Про що піде мова сьогодні? Вже наступного тижня в Україні посилять карантин. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Які саме заборони планують і чи буде повний локдаун уже в вересні, обговоримо. У Полтаві молода дівчина влаштувала стрілянину прямо у школі. У чому причина такої поведінки і що це діагноз окремій людині чи всій країні? Влада входить у новий політичний сезон. Можновладці повернули після літніх канікул і вже пообіцяли в наступному році більше грошей на оборону та медицину. Чи дочекаємося кращого життя? І головне, скільки чекати? Моє ім'я Василь Голованов. Я з радістю запрошую до нашої студії лікаря Євгена Комаровського. Євгеній Олегович, я радий вас вітати в цій студії. Привіт, Василь. Добрий вечір. Дякую, що приїхали. Прошу. Традиційне перше запитання. Про що думаєте останнім часом? Що здивувало вас приємно або неприємно? Про що думає лікар Комаровський? Вообще, пока ты едешь к вам на эфир, всегда думаешь, как хорошо, что я живу в Харькове, а не в Киеве. Потому что в Киеве вот на расстоянии 200 метров надо полчаса забивать в это время. А вообще, думаю про грабли, на которые мы наступаем все время, ну, глядя новости по телевизору, это раз. Думаю о том, какое жуткое несоответствие между тем, что ты видишь на улицах, когда общаешься с людьми, когда заходишь в супермаркет, и когда вообще ходишь по людям, и вот все это жутко не соответствует тому, что ты видишь по телевизору. Такое впечатление, что как бы нас всех кто-то вот сознательно хочет загнать в депрессию, что мы по-быстренькому собрали чемоданы и уехали в какие-то лучшие места. Только нам пока не говорят, где эти лучшие места есть. Будем искать их вместе. Не дочекаються, нікуди ми не поїдемо. Я дуже вдячний вам за те, що ми відзняли з вами проект «Перші». Епізод ми в Харкові писали в Харківській філармонії. І дуже багато відгуків було від телеглядачів. І багато запитань було, а чому лікар такий активний, перезбуджений, навіть використовували слово. І чи не засмучений він чимось? Тому що побачили в вашій такій активності певні нотки смуту. Ти розумієш, Василій, опять-таки, я хочу сразу предупредить, що просто людей, щоб ми з Василієм давно і близько знайомі, він мені як вот третій син, поэтому ми з ним на ти, щоб ви уж как бы вот на мене не сердились в этом плане. Понимаете, когда мне задаются вопросы, которые касаются, может быть, того, ну, что является смыслом жизни. Вот жизнь, здоровье, все время уходит на это, на нашу страну, на детей, на медицину, на мысли о том, что делать, понимаете, на то, как обидно, вот как реально нам всем обидно, когда мы в такой обалденной, классной стране, понимаете, и мы не можем дать ладу собственной стране, и нас все время сталкивают лбами, мы все время выясняем отношения, и как обо всем этом можно говорить спокойно? Ну как, ребят, ну расскажите мне. Не знаю, я очень-очень нервничаю, если честно. Я, честно, устал, Василий, потому что устал наблюдать какое-то вот потрясающее спокойствие. Вот глобально. Вот есть некие проплаченные громко крича, которые кричат громче всех. Но ведь надо же четко признать, что это очень важно. И, может быть, это один из мотивов, почему я вот откликнулся, и я здесь. Вы знаете, это вот главное, что я хочу сейчас сказать, наверное. Что у власти, у политического класса есть немного вариантов, возможностей услышать, что политики сами себе покупают орущих активистов, которые у всего политического класса создают иллюзию, что весь народ так и думает.
ты сравниваешь, сколько вот здесь было сетей 10 лет назад, да, браконьерских. Их меньше не стало. Хотя такое ощущение, что рыбоохраны стало больше и так далее. И вот такое примерно все. Я хочу видеть, как вот бригады активистов добровольно будут выходить с площадей, идти в леса, убирать там грязь. Вот в Харькове, кстати, активисты регулярно чистят загаженную речку. Регулярно вывозят тонны мусора. Вот мне это страшно нравится. Когда молодежь объединяется ради своей красоты, своей страны. Вот это круто. Мне это страшно нравится. Ви бачите, ось в вашій промові до цього я почув, що слово «активісти» ви використовуєте з негативною коннотацією. Зараз ми почули з позитивною. Тобто для вас не всі йогурт одинаково полезні, не всі активісти однакові. Так, тому що можна проявляти активність по-разному. Можна проявляти активність, доказуючи, що ми краще всіх, і дайте нам денег. А можна не чекати милості від природи, від політиків, денег від політичних партій, реклами там якоїсь себе, любимих. А просто робити добро. Добро переводить бабушек на другую сторону улицы, если им туда надо. Если это надо. Очень важно. До вас ходят активисты? Нет. Под клинику там? Не ходят. Знаете, скорее всего потому, что я очень неудобный объект в плане пиара. Ну, потому что мои средства массовой информации, то есть мои социальные сети, они по объему намного больше, чем ресурсы всех активистов вместе взятых. Поэтому, если они будут обижать меня сильно, то у них будет анти-пиар. Может быть, он их тоже устраивает, но, по крайней мере, они об этом, похоже, думают. Ну, відзвітувати про зроблену роботу вони зможуть завдяки вашим соціальним мережам. Я нагадаю, хто не знає, в лікаря Комаровського в Інстаграмі більше 9 мільйонів підписників. Вы чекаете 10, я так разумею. Ну, я не то, чтобы я прямо вот сплю и вижу, но у нас 9,3, почти уже 9,4. Ага. Надеемся, что в следующем году мы все-таки 10-миллионный рубеж преодолеем. Что это для вас? Вот эта кількість подписчиков, что она означает? Это ответственность, прежде всего. Это ответственность. Вот, и это то, что ты делаешь, очень важно для людей. Это огромным количеством людей востребовано. И поэтому ты не можешь ограничиваться соплями и какашками. Тебе надо выходить на немножко более широкую аудиторию, чтобы обсуждать намного более серьезные вещи. Просто я уже чувствую сам, что поставив перед собой цель обучения родителей там, элементарным правилам ухода за детьми, я уперся в совершенно железную стену. Эта стена называется государство. Для которых государство, для которого вот этих родителей с сопливыми детьми и какашками не существует в принципе. Що має статися, щоб ваше ось таке розчарування, яке може побачити між рядків уважний глядач, змінилося? Або, ну, принаймні, стрімилось к нулю? Смотрите, я должен увидеть, что вещи, которые волнуют каждого рядового гражданина нашей страны, стали доминирующими в публичной риторике политиков, которые принимают решения. Что? Ну, о чем надо говорить? Ну, вот даже вот там новости вот ты сейчас читал, да? Да. Вот я вот думаю, вот забежала там девочка в школу с арбалетом, да, там стрелять учителей. Ну вот вдумайтесь, вот какой бы вы фильм не посмотрели про цивилизованного общества, любая больница и любая школа начинается с кого? С охраны. Охоронца озброєного. Да. Потому что, знаете, дети, а тем более люди, которые рядом с детьми, это самая большая ценность государства. Этих людей надо охранять в первую очередь. Я хочу понимать, ну почему депутатов охраняют, а учителей и врачей не охраняют? Хотя у них намного больше проблем. До речі, не тільки проблеми, а це дійсно теж є проблемою, про зарплати вчителів і лікарів ми будемо говорити. Поділіться з нами, тому що статистика з нами говорить про середню температуру по палаті, зарплату по країні. Поділіться, якщо ви працюєте в системі медичній, яка у вас зарплата? Там півставки, чверть ставки? Поділіться, ну таке ж. Таке теж я знаю. Скільки вона виросла за останні. Я просто знаю це. Так, запитання від глядачів швидко. Буду перекладати з російською, буду помилятися. Вітаю, Євгеній Олегович, розкажіть, будь ласка, про фізпроцедурні кабінети в поліклініках. Кварц, УВЧ, магніт. Чи має сенс користуватися ними з 40-літній давності в 21-му віці? Кварц, УВЧ і магніт – методи з недоказаної ефективності, давним-давно забитої во всьому цивілізованому світі. В нашій країні дуже
широко используется по принципу «треба шось робити». Потому что когда человек пришел, и с ним поговорили, посадили, что-нибудь, что гудит и фырчит, при к нему приложили, то человек испытывает несказанное облегчение. Магнит не працює? Василий, держи себя в руках. Если тебя кто-то когда-то на тебя положил магнит, да. И оно что-то спрацювало, да. Оно спрацювало, не, несмотря на магнит. Понимаете? Это как у нас люди спрашивают. Я всю жизнь болею, и да. Всю жизнь ставлю себе горчичники и выздоравливаю. Угу. Так вы выздоравливаете без. Не потому. Вы без них тоже. Поэтому то, что прошло с магнитом, нет. Без магнита тоже пройдет. У меня не прошло, но просто это было не так давно. Там, рік тому у меня там процедуры так магнитные. Это же, знаете, есть же вот критерии такие. Вот есть список процедур, список лекарств, которые сразу позволяют вам вот ответить на вопрос. Вы вообще туда попали или не туда? Так, хорошо. Так, добрий вечір. Зарплата у моєму місті від 4 до 10 тисяч. Пропоную розігнати 300 дармоїдів додому, зменшити ЗП до прожиткового мінімуму, дати їм платіжки і нехай накопичують собі на пенсію. Я мешкаю вже 5 років у Польщі і назад повертатися не збираюсь, бо там немає жодного шансу на нормальне життя. Антон, 27 років, з міста Лубни. Ну, на самом деле, чем больше у вас создается впечатление, что вот эти 300 или 400 – это дармоеды, чем на самом деле больше у них работы. Потому что им надо принимать все-таки нормальные законы, где, когда они будут принимать законы, мы будем обсуждать, знаете что? Вот смотри, у нас же любой закон обсуждается, начинается обсуждение со следующего. Кто этот закон инициировал, так. И вот те, кто голосуют, они чьих будут? Ну, то есть эти Васи, эти Пети, эти и так далее, и так далее. То есть мы уже забыли, что законы... У нас они... Петя есть свои депутаты. Ну, есть, конечно, и так далее, и так далее. Короче говоря, вот мы все ждем, когда наконец-то алгоритмы принятия решений перестанут учитывать интересы конкретных дядь с конкретными фамилиями. У нас есть еще опция. Сегодня мы запропонували киянам и гостям столицы поставить запитання відомому лікарю. Тож, увага на экран, перша з них. Дивимось. Починається осінь, починається такий новий робочий сезон, дуже багато навантажень. І хотілося, щоб доктор Комаровський розповів, як правильно забезпечувати себе вітамінами або якимись спеціальними там ментальними вправами, щоб твоє психічне здоров'я було в порядку, коли приходить осінь, впадає листя і вже так трошечки сумно на вулиці. Ой, ви знаєте, у нас є таке масове заблуждення, що доктор знає рецепт волшебного вітаміна, який ви в себе засунете, і життя зміниться в кращу сторону. Всемирна організація здравоохранення утверджує, необхідно предпочесть повноцінне і разнообразне питання прийому комплексних вітамінів. Ну, ісключення ВОЗ зробить разве що для вітаміна D, який, говорять, вредно. Вони говорять, вредно отримати з сонця, тому що сонце плохо діє на кожу, його можна приймати і внутрь. Тим не менше, полноценное разнообразное питание – это фактически разнообразие пищевых групп. То есть надо есть что-то мясное, что-то молочное, какой-то овощ, какой-то фрукт, какую-то крупу. Вот вам и разнообразное питание, и никакие витамины вам не нужны. А вот про здоровье остальное – вот надо научиться отвлекаться от негатива. Негатива так много. Вот вы видите источник получения негативной информации. Этим источником может быть там сосед, телевизор, начальник на работе. Вот надо сделать все, чтобы нейтрализовать источники негативной информации. Это первое. И второе, надо понимать, что физические нагрузки, здоровый сон, да, и красота – это то, что нам действительно надо. Угу. Вот для того, щоб сохранити, як сказали, ментальне здоров'я. Так. Дитині 12 років, у нього епілепсія. Чи можна робити щеплення? Нужно. Потому что, когда ребенок с эпилепсией заболевает инфекционной болезнью, она у него с высокой степенью вероятности будет протекать тяжелее, чем у ребенка здорового. Вообще, существует огромное-преогромное заблуждение, что наличие каких бы то ни было болезней, каких бы то ни было болезней, является противопоказанием к вакцинации. Во всем мире все с точностью до наоборот. Наличие у человека болезней делает его более опасным субъектом для любой болезни. То есть если вы имеете там порок сердца, сахарный диабет, ожирение, гипертонию, перенесли инфаркт, инсульт, имеете любые проблемы, то для вас инфекционная болезнь опаснее, чем для человека здорового. Поэтому человека с кучей болезней надо прививать в первую очередь. И по этому пути
идет весь цивилизованный мир. Хотя я прекрасно понимаю, что эти мои жуткие слова коренным образом повлияют на рейтинг нашей программы. И куча людей скажет: а, пригласили Комаровского, который продался производителям вакцин, и теперь нам всем, в общем, и вам всем без рейтинга будете жить. Так, мы с рейтингом будем жить, все у нас будет. Мы будем жить с рейтингом, товарищи. Все у нас будет хорошо. Так, давайте, ваші запитання я накопичую, буду потім ще більше озвучувати. А зараз перша тема. Вже за тиждень, з 13 вересня, Україна переходить у жовту зону епідеміологічної небезпеки. Про це ексклюзивно телеканалу «Україна-24» повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Мовляв, ситуація з коронавірусом в Україні погіршилася і потрібно вводити додаткові заходи запобігання хвороби. Також додав, що громадський транспорт, школи та дитсадки працюватимуть, щоправда, за певних умов, за яких почуємо від міністра. Наступного понеділку Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки. Це буде встановлено додаткові обмеження, які передбачені для жовтого рівня і які стосуються в першу чергу масових заходів. Додаткових обмежень щодо курсування громадського транспорту немає. Щодо освітніх закладів, то діє норма, яка передбачає, що школи в офлайні працюють, якщо 80% педагогів вакциновано проти коронавірусних хвороб. Що стосується локдауну, то Віктор Ляшко заявив, що все залежатиме від ситуації. Якщо, до прикладу, якась із областей виходитиме по завантаженості ліжок реанімації чи по кількості хворих на 100 тисяч населення, тоді запроваджуватимуть локдаун. Нагадаю, головний санітарний лікар України Ігор Кузін припустив, що локдаун на українців чекатиме, ймовірніше, у листопаді. Останнім часом соціальними мережами розганяється інформація, або нібито інформація, що з 15 вересня десь хтось вводить локдаун, що вже замовили перепустки для там держорганізацій, і все, знову закриваємось на жорсткий локдаун. Нібито, давайте зараз ми пояснимо цю ситуацію, з 15 вересня. Звідки ноги ростуть, на вашу думку? І Василий, ну ми тільки що послухали перше лицо системи здравоохранения, який сказав, що можливі ограничення для масових мероприятий. Да. Все. Ну, от і все. Ніхто тотальний локдаун вводить, насколько я понимаю, сейчас не собирается. Меня единственное, что удивляет, что я, например, регулярно получаю приглашение там, принять участие в качестве там, лектора или спикера во всяких мероприятиях. Вот только за сегодня я получил 4 приглашения на всякие форумы, которые будут проходить в октябре. Но судя по тому, вот мне вот просто вот интересно. Вот смотрите, сегодня, говорят, с 15 сентября будут ограничения. Но куча народу арендуют отели, снимают здания, планируют проведение форума в октябре. Они что, не в курсе? Может быть, надо громче об этом говорить, чтобы люди зря деньги не тратили, форс-мажоров потом не было и так далее, и так далее. Вот это вот совершенно для меня непонятная ситуация. Я вам другое скажу. Сейчас, кстати, мне очень понравилось, слушайте, я почувствовал, вот наши политики, их когда насмотришься, они, если хотят что-то сказать, вы у них спрашиваете, да, они говорят, вопрос, конечно, интересный, но я вам другое скажу. И говорят то, что им надо. Я вам хочу другое сказать. По поводу коронавируса. Вы понимаете, что сейчас на самом деле происходит? Чем больше мы живем в коронавирусе, тем больше мы понимаем, что мы нифига не понимаем. Ну вот совершенно примитивный вопрос. Угу. Вот казалось бы, пришел этот страшно заразный штамм Дельта. Да? Да. И мы все видели, как из Индии, ну, приходили совершенно чудовищные сведения, 4000 там погибших в день, это то, каково успели посчитать. И вдруг оно там кончилось. Вот вопрос, что произошло? Ну, там 1 400 000 000 народу. И вдруг раз, и заболеваемость что-то упала. Вот чего? Мы все ждали, что у нас заболеваемость начнет расти тогда, когда мы закроем форточки. Ну, потому что мы знаем, что вирус распространяется сейчас в основном аэрозольным путем. То есть, в принципе, все прогнозировали, что с началом отопительного сезона, когда мы залезем в помещение, когда перестанем общаться на свежем воздухе, заболеваемость вырастет. А она реально растет уже с конца августа, когда ничего этого не произошло. То есть, главное, до настоящего времени. Мы не можем, ну нет у медицинской науки ответов на вопрос, почему все так происходит. Но, тем не менее, вот показали, как едет автобус с открытыми дверями. И вот это очень мудро. Потому что все
Самый эффективный способ борьбы с коронавирусом на сегодня – это вакцинация и проветривание помещений. Вот это то, что вы должны знать. Так, але ездить с открытыми дверями не нужно, будь ласка, потому что это небезопасно. А, кстати, в Индии и на Шри-Ланке ездят. Самое большое впечатление произвело на Шри-Ланке шри-ланкийские автобусы. Они двери не закрывают. Кто успел выпрыгнуть, тот и победил. Ну, у нас просто иногда настолько забыты автобус людьми, что если открыты двери, то мы это можем значит, у нас мало автобусов. У нас мало автобусов. Раньше кричали, лікар ми його теряем, зараз будут кричать, водій ми його втрачаем, закривай двери. Так оно и есть. Так, про вакцинування. Ви наполягаєте, що його потрібно робити. Декілька людей питають, з якого віку потрібно це робити? Ну, по закону, по закону. Вот в стране есть вакцины. Да. Некоторые вакцины разрешены с 16 лет. Их можно. Но вопрос только так. Нету такого, что я захотел и привился. К каждой вакцине есть утвержденная государством инструкция. В нашей стране на сегодня нет вакцин, которые государственные органы разрешили использовать для детей младше там, 16 лет. Мы, конечно, можем вспомнить, что тот же коронавак, который есть у нас, в Китае с 3 лет прививают. Угу. Но у нас нет такого по закону. Ну. Поэтому, значит, на сегодня вот детей с 16-летнего возраста вакцинировать можно. Но я еще раз хочу обратить внимание. Смотрите, или противовакцинальные настроения в стране культивируются многие годы. Антипатия к прививкам у огромного количества людей настолько глубока, что это, ну, похоже на, ну, такую, знаете, расовую или религиозную ненависть, понимаете? И там уже не работают никакие аргументы. И что бы мы ни делали, люди будут покупать вакцины, люди будут бастовать, люди будут бить морды медицинским работникам, но у нас никогда не будет вакцинации, там, превышающей там, 50-60% от коронавируса. Ну, не будет. У нас 200 тысяч человек в стране корью заболело, и то это ни на кого не подействовало, понимаете? Угу. Поэтому мы должны четко понимать, что мы не сможем остановить коронавирусную эпопею посредством вакцинации. Поэтому нам надо по-любому вкладывать деньги в систему здравоохранения, готовить стационары, готовить кислород. Никуда мы не денемся. Это будет еще несколько лет. Про ситуацию за кордоном, что вы скажете, той самий Ізраїль, який нам наводить, каже, що ледь не всю країну привили двома дозами Pfizer-у, а все одно кількість захворюваних велика. І це, ну зараз ми проводимо паралелі, тому що в Умань зараз приїжджають хасіди. І чи є в цьому певна небезпека? Ми зараз без жодних ноток антисемітизму, але питання суто медичне. Вообще, це абсолютно... Найдуться глядачі, які скажуть, в Израиле, они мне пишут целые отчеты о том, что там происходит и с врачами и так далее. На сегодня все-таки вакцинация многократно уменьшает риск заболеть симптоматической формой или тяжелой формой. То есть заболеть можно. И мы на сегодня рассматриваем вакцинацию как профилактику реанимации. Не профилактику болезней, а профилактику реанимации. Есть вот такой пример очень показательный. Это пример вакцины БЦЖ. Вот я вам сейчас приведу, почему это один из просто основных аргументов людей, которые борются с вакцинацией. Лозунг примерно такой. Всем делают новорожденным прививку БЦЖ, а в стране эпидемия туберкулеза. О чем это говорит? О том, что вакцина БЦЖ что? Не работает. Ну, логично, ну, логика же есть. Да. Вот я каждому человеку говорю, в стране есть эпидемия туберкулеза? Есть. Мы чуть ли не в лидерах. А у нас делают всем новорожденным вакцинацию БЦЖ? Делают. А что ж тогда у нас эпидемия? А оказывается, не объясняют людям самое главное, что вакцина БЦЖ не защищала и не защищает от туберкулеза. Вакцина БЦЖ защищает от специфических форм. Вот есть две формы туберкулеза. Называется туберкулезный менингит и диссеминированный туберкулез легких. Это тяжелейшие формы, от которых можно умереть там за месяц буквально. То есть это срабатывает тогда, ну вот там есть два варианта иммунитета, но, короче говоря, иммунизация влияет только на один вариант иммунитета, который на уровне крови. А вот тот иммунитет, который на уровне тканей, она не может на это повлиять. Так вот, вакцинация БЦЖ – это вакцинация от тяжелых форм, которые возникают тогда, когда нет иммунитета на уровне крови. И у нас действительно практически нет туберкулезного менингита и тяжелого форм туберкулеза у детей. То есть она свое дело делает. Вот с коронавирусом абсолютно аналогичная ситуация. Вакцинация от коронавируса, это уже на сегодня становится очевидным, не защищает от симптоматической болезни.
Угу. Она защищает от того самого цитокинового шторма, от поражения легких, от последствий. И что еще очень важно, у каждого третьего, перенесшего болезнь, лонг-ковид, то есть длинный ковид. Когда ты на полгода выпадаешь из жизни, когда у тебя куча симптомов, и вот на сегодня уже... Множество работ о том, что вакцинация в случае заболевания после вакцинации многократно уменьшает вероятность развития длительного ковида. Про постковідний продовження хвороби чи можна вже зараз говорити і певні висновки робити, тому що хтось втратив нюх, хтось втратив відчуття, там, хтось з пам'яттю має проблеми. Чи є шанс, що відновиться пам'ять, нюх і так далі? Ну, я вам честно скажу, однозначного ответа на этот вопрос нет, ну просто потому, что еще опыта у людей нет. Механизм поражения не до конца понятен. Угу. Я вам скажу, что я, например, перенес легчайшую форму, легчайшую, без температуры, без всего. Да, и у меня тоже. И на полгода выпало обоняние после этого. Ну, работоспособность, ну, деваться просто некуда. Молодой коллектив, они тебя будут и так далее. Будешь работать, никуда не денешься. Но факт остается фактом. Поэтому на сегодня... Каждый третий имеет психические расстройства после перенесенного коронавируса. Каждый третий. Теперь проанализируйте, сколько у нас переболело депутатов Госдумы. Может, там надо диспансеризацию провести? Может быть, у них проблемы? Может, да. Проблемы с памятью? Так, про вакцини. Ми розуміємо, що вони різні за своєю роботою. Ми вперше побачили, дізналися, що таке МРНК-вакцина, до неї відносять Moderna і Pfizer. Да. Також ми маємо AstraZeneca, там той же CoronaVac і далі. Ну, це різні вакцини. AstraZeneca, Sputnik, Johnson & Johnson. Це вакцини векторні, наприклад. Векторні, да. Старого типу. Ну, векторні – це дуже сучасні, це теж сучасні вакцини. А от коронавірус, CoronaVac – це вакцини по традиционной технологии сделать. Традиционно, давайте поясним, что традиционно это... Инактивированный вирус. Да. Инактивированный это... Убитый вирус, да. Вводится его в организм. Его фрагменты, да. И организм, да. И вот тут разделились думки. На кухнях мамы, дочки, бабушки сперечаются. Яку вакцину? Вот, нет, давайте по старинке. Ось цю классичную мы знаем. Мы их кололи подібні с дитинства. Все выжили. Что там МРНК тобі вводять в организм? После этого рожать не будешь? А через 20 лет вырастут рога. Рога вырастут, рожать девочки перестанут. Значит, в хлопчиків теж не все будет хорошо. Чи заспокоїти, чи підтвердити зараз занепокоєння? Причем самое интересное, мамочки. Знаете, вот честно вам скажу, что население, которое, причем я говорю о том, что это же большинство, которое курит, пьет жуткие суррогаты, причем они не думают об отдаленных последствиях от этого пойла, которое они купили в гастрономе, понимаете, ближайшем, которое не занимается спортом, которое сидит на диване с чипсами и пивом, и они страшно волнуются, что с ними будет через 20 лет, смогут ли они вступить в продуктивную половую связь, около меня. Вы понимаете, вот это их страшно волнует. Угу. То есть вот что будет от этого алкоголя завтра утром, никого не волнует. Люди, отеки, они никакие, но их страшно, это вот это... Вот, то есть наш народ такой смелый. Просто понимаете, если вы не хотите прививаться или боитесь прививаться, вы всегда найдете, почему вы не хотите и боитесь. Если, тем не менее, на сегодня ситуация следующая. Все вакцины, на сегодня существующие в Украине, зарегистрированы, реально работают для профилактики тяжелых форм. Реально работают. Самые лучшие результаты, ну, по тем данным, которые есть у медицинской науки на сегодня, это МРНК-вакцины, то есть Moderna, Pfizer. Чи правду кажуть, що Moderna найбільш ефективніша від нових штамів? Нет, это, вы понимаете, везде есть маркетинг. Ну, то есть, производители и продавцы Moderna будут рассказывать, что она лучше всех. Это тоже надо учитывать. Так, запитання від глядачів кол-центр. Якщо людина провакцинувалась за кордоном, як цей документ легалізувати в Києві? Олена, 58 років. Ребят, правда, вот эти вопросы, вообще честно, не надо занимать не мне. Надо, конечно, добиться, чтобы сюда вот пришли люди и задавать им, которые решают. Я вам приведу такой элементарный пример. Да. Вот смотрите, вот есть там же вакцина CoronaVac, которая очень показательная в плане, какое вот сейчас в мире серьезная, ну вот проблема. Вот смотрите, CoronaVac, его признает ВОЗ. Да. Всемирная организация здравоохранения признает CoronaVac. А куча стран Европы CoronaVac не признает.
Ну вот тут мне тоже непонятно. Вот Германия, например, да? Они, Германия, член Всемирной организации здравоохранения. Платит там огромные взносы, активно участвует. Но решение ВОЗ им не указ. То есть мы же видим, оказывается, что в медицине примерно то же самое, что и в войнах, выяснение отношений. Там ООН решает одно, всем плевать. ВОЗ решает одно, всем плевать. Так. Понимаете, да? Ну и вот возникает вопрос о том, что людей это страшно интересует. Вот я могу предложить вот любому, кто сейчас нас слушает, берете и начинаете в поиске Google набирать так. слово «признает». Вот как только вы слово... Я вас сдаю, у меня под рукой есть Google. Давайте. И вы набираете слово «признает». «Признает». Да. И вам Google тут же подсказывает что? Признает ли Европа китайскую вакцину? Вот. Признает ли Европа коронавак? Признает ли ЕС коронавак? Признает ли Европа коронавак? А теперь пойдите по любой ссылке. И попробуйте найти ответ Министерства здравоохранения на этот вопрос. Ну, то есть, понимаете, если уже Google подсказывает, что после слова «признает» есть вопрос, который задают десятки, там, сотни тысяч людей. Признает Европа ее коломенный коронавак или не признает? Ну, и при этом я зашел на сайт МОЗ, я пытаюсь, а кто-нибудь может ответить нам на вопрос? Вот, ну, вроде как сказали, да, что наши паспорта вакцинации электронные Европа признала, да. Но если у меня в паспорте написано «коронавак», а Германия коронавак не признала, что со мной будет? Еще раз говорю, может быть, все нормально, может быть, все хорошо. Но мы можем людям это рассказать, если это людей чертовски интересует. В цифровом веке можно вообще отслеживать кого-то, посадить, чтобы интересовались, что людей интересует? Я думаю, що повинні робити це в владі. От ми далі. Я уверен, що завтра, благодаря нашій програмі, на сайті МОЗ появиться подробніше об'яснення. Так признають коронавак или не признають? Будемо чекати. Як будуть перевіряти підробні ковід-паспорти Валерія Запоріжжя? Ну, теоретично, в приложенні «Дія» нічого не можна, вроді як. Ну, по крайній мере, міністр цифрової міністра говорить, що там да. нічого нельзя перепутать, да, все. Но тем не менее, я очень-очень жду все-таки решения Рады по ужесточению наказания за фальсификацию медицинских данных. Мельч, и, в ДИИ может подробить и не можно, але информация, которая туда заносит, до ДИИ. Ну как это можно? Ну как я вам могу дать ответ на этот вопрос? Мы можем все. Евгений Ильич, давайте домовимось, чтобы не втрачати час, вы когда кажете, что это питання не до меня, можете адресувати до Василий, кого? Я вам сейчас хочу привести, я вот буквально сегодня на эту тему там рассказывал для, ну, короче, неважно для кого, но вам будет это просто очень интересно. Так. Есть такое лекарство, называется ивермектин. Угу. Я спокойно произношу это. Вокруг этого лекарства была целая эпопея, примерно такая же, как вокруг лекарства гидроксихлорохин. Если помните, гидроксихлорохин, им лечили лекарство для лечения малярии и на определенных этапах, даже Трамп про него рассказывал, что им лечат коронавирус. Да? Да, потом провели кучу исследований, выяснилось, что нет. Ну вот, короче говоря, ивермектин – препарат, который парализует мышцы определенных глистов, его используют для лечения глистов у коров, у лошадей и так далее. И вот кто-то вот год назад примерно тоже возникла мысль, что ивермектином лечат таки коронавирус. Его стали пить для профилактики и так далее. Сейчас, а потом возникло следующее. Это вообще цирк. Значит, кто-то распустил слух. Это возникло в Соединенных Штатах Америки. Ну, страна, где куча народу с сумасшедшим IQ. Так вот, выяснилось, что если вот вас привили, и вас вот этой прививкой чипировали, а вы ж не хотели прививаться, то с помощью ивермектина можно вот этот чип нейтрализовать. Меня поняли? Развакцинироваться. Да, развакцинироваться типа. И он даже может прервать вашу связь с 5G. Понимаете? Ага. То есть, вот, а где, и рептилоиды не придут, да, за не придут за вами. Вот вы уже будете вне интересов рептилоидов. И, соответственно, ивермектином стали массово травиться. ФДА американская выпустила целое обращение. Плакаты висят по поликлинику, по медучреждениям США, на которых написано: вы не лошадь, вы не корова, мы серьезно, прекратите это жрать. Понимаете, это американ, вот такая проблема, я так для профилактики. Поэтому ожидать можно, Василий, всего, чего угодно. Так, від Володимира з Чернівців запитання, коли в Україні запрацює безкоштовна програма по протезуванню суставів, так як це робиться за кордоном? Вам очень надо пригласить министра здравоохранения, а точнее, скорее всего, все-таки людей из комитета по здравоохранению, они же будут деньги в бюджете распределять, да. От них это зависит.
Харків, Владислав, чому ви не стали міністром охорони здоров'я? Так, ребята, в конце концов, во-первых, мені ніхто не предлагал бути міністром охорони здоров'я, это раз. А во-вторых, я не являюсь організатором здравоохранения. Я врач, я популяризатор здравоохранения. Я учу вас выживать, пока они реформируют. Ну, собственно, и все. В світі, от зараз і в Україні, міністр оборони – цивільна людина. На вашу думку, министр охраны здоровья має бути лікарем? Нет, это однозначно. Совершенно однозначно. В нашей стране так точно. Я объясню, почему. Когда есть готовый механизм оказания помощи, отлаженный, понятный, проверенный, да, то может быть любой человек, который просто знает, куда идут деньги, как все это... Менеджер. Да, менеджер, да. И все. Точно так же, как теоретически в больницах у нас сейчас есть главврач, который отвечает за ремонт, там за... А есть начмет, ну, замглавврача по лечебной работе, который фактически является главврачом, да. И вот фактически главный врач не должен иметь медицинского образования. Ну, он другие функции фактически выполняет. Так вот, если у нас будет отлаженная система здравоохранения, там наверняка должен быть человек с юридическим и экономическим образованием. Но сейчас врач, любой министр должен знать, как работает система, с какими проблемами сталкивается семейный врач, участковый врач, врач скорой помощи, через что приходится проходить людям, как они попадают в зависимость от главного врача, который с врачом подчиненным может делать все, что угодно. Все, что угодно. Вам не нравится то, что делает главный врач? Ну, вы будете дежурить на Новый год, вы будете иметь кучу неприятностей, вы в отпуск пойдете не так, когда вам надо, и так далее, и так далее. Вообще, врач никто по сравнению с главным врачом. Вот, если вы этого не понимаете, вам нельзя быть министром. Надо пройти через вот эти все пути, надо побывать всем, надо побывать, знать, какие проблемы у санитара, какие проблемы у медсестры, как много зависит от медсестры, как вообще невозможна медицина без людей. А у нас любая медицинская реформа – это распределение денег и, собственно, и построить давайте что-нибудь. А люди в этой модели где? И это была главная, и я хочу сказать, абсолютно аморальная политика Супрун, для которой наших врачей не существовало. Про роботу міністерства і про ініціативи зараз поговоримо. В Міністерстві охорони здоров'я закликали вакцинуватися. Очільник відомства Віктор Ляшко застеріг. Кількість хворих починає збільшуватися, а єдиний спосіб запобігти важким формам вірусу – це щеплення. Давайте ще раз почуємо міністра. Вакцина сьогодні є в Україні, і ми повинні розуміти, що вакцина – це єдиний засіб захисту від запобігання перебігу хвороби в середньому або тяжкого ступеню важкості. Бо в нас сьогодні ще недостатня кількість вакцинованих українців, щоб спокійно дивитись в новий епідемічний сезон. Ну а тим часом розгорівся скандал навколо мера Івано-Франківська Руслана Марцинкєва. Він закликав працівників виконкому звільнятися, якщо ті не хочуть робити щеплення від COVID-19. І дав 2 тижні на те, щоб люди вакцинувалися. На ситуацію відреагували уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. У листі до міського голови нагадала, що вакцинація від COVID-19 в Україні є добровільною. І закликала дотримуватися Конституції і законів, які захищають від незаконного звільнення. Юрій Ілліч, у вас яка позиція з цього приводу? Чи можна змушувати своїх підлеглих в в державному секторі або в комерційному секторі щеплюватися? А можна заставляти людей пристегиваться? Потрібно. Ну, вам не кажется, що коли вас заставляють пристегиваться, то ваші права нарушають на свободне дихання? От давайте отсюда начнем. Но есть позиция медицинской науки, да? Которая говорит о том, что вакцинация многократно уменьшает ваш риск заболеть. Другой вопрос в следующем. Смотрите, если выбор был такой, вы заболеете, и государство вас будет лечить в самых лучших условиях, современными лекарствами, создаст вам условия, мы все для вас сделали, чтобы вас спасти. У вас будет койка, у вас будет кислород, у вас будет медперсонал, который будет... мы вас только просим, не надо болеть, привейтесь. Но если вы привьетесь и заболеете, вы не получите ничего. Понимаете? Вот же вопрос. То есть смотрите, для того, чтобы заставлять, надо что-то положить на другую чашу весов. У нас есть выстроенная система здравоохранения. У вас есть медицинская страховка. Я считаю, что если у нас будут частные страховые компании, мы мгновенно решим тему вакцинации. Почему? Потому что частная страховая компания скажет, да ради бога, ребята, не прививайтесь. Привитый
1000 евро в год, непривитый 10 тысяч евро в год. Платите страховочку, и все. И все решится автоматически. Потому что считать деньги люди умеют. Главное, у нас человек вакцинированный не будет или не вакцинированный, никаких преимуществ от системы здравоохранения не имеет. Все остальное исключительно логика, здравый смысл, интеллект, IQ, доверие государству и так далее. Опять-таки, если государство, мы настолько привыкли выяснять с государством отношения, что когда государство нам что-либо навязывает, мы не верим ни одному его слову. Поэтому, если вас заставляют прививаться, очень хочется не прививаться. Так, запитання від глядачів. Знову я спробую в бліц-режимі, тому що їх дуже багато. Есенціальна тромбоцитомія. Чи можна робити щеплення? Можна. 25 років хворію на сахарний діабет. Якою вакциною краще зробити щеплення? Модерна, Файзер, Астразенека. Не принципиально, на самом деле. Сахарний діабет, прямое показання вакцинироваться. Нет какой-то вакцины, которая была бы противопоказана в этой ситуации. Поскольку на сегодня лучшие результаты по количеству антител, по защитному эффекту дают МРНК-вакцины, я бы рекомендовал или Модерну, или Файзер. Інвалід другої групи, деформуючий артрит і артроз, а також гіпертонія. Чи безпечно мені робити вакцинацію? Вам очень опасно болеть коронавірусною інфекцією. І, естественно, вакцинація для вас менший риск. Поэтому надо прививаться. Якщо б у 2014 році не змінився режим Януковича, чи змінилася б доля України? Запитання з кол-центру. Однозначно. Однозначно. Но это вопрос, на который, ответ на который займет несколько программ двухчасових. Возможно, мы об этом еще поговорим. Так, я чудово, я с радостью запрошую вас сделать регулярными наши встречи за этим столом. И буду рад, если вы ответите так. Мы будем всячески стараться. Дякую. Дякую. Я думаю, що наші глядачі будуть дуже задоволені бачити вас регулярно. Я розумію, що з Харкова до Києва поки що Hyperloop не їздить. Кстати, ви знаєте, я недавно, мене це просто убило, чесно вам сказати. Знаєте, скільки стоїть білет від Харкова до Києва на самоліт? Ні. Я не буду как бы називати цифру. Да. Я вам скажу, що прилететь із Харкова в Київ так. Три рази дороже. В три раза дороже, чем прилететь из Москвы в Санкт-Петербург. В три раза дороже. Чему? Вот это вопрос, который я бы хотел. Про прилететь из Милана там в Париж я даже не пытаюсь сравнивать. Угу. Понятно? А сколько евро коштует такой прилет? Там из порядка Милана. 25-30 евро. У нас 100 евро стоит из Харькова в Киев прилететь. Из Москвы в Санкт-Петербург, 750 гривен билет. Угу. Так, чи можна вакцинуватися, якщо я страдаю варикозним розширенням вен нижніх кінцівок? Нужно. Якщо людина перехворіла на ковід, коли потрібно робити вакцинацію, Алла Черкас? Ну, теоретично, через 6 місяців, але це на сьогодні один із самих дискусійних питань. Причому, більше того, на ранньому етапі вакцинації була наступна така позиція, що огромне кількість людей, особенно которые переносят коронавирусную инфекцию в легкой и бессимптомной форме, не формируют достаточный иммунитет, что вакцинация дает значительно больший уровень антител, чем перенесенное заболевание. Тем не менее, на сегодня уже появляется огромное количество исследований, которые все-таки указывают, что симптоматическая болезнь, то есть с симптомами, да, дает уровень антител достаточно высокий, очень длительный, и, по крайней мере, защита от дельты у тех, кто переболел, сильнее, чем у тех, кто вакцинирован. Но это говорит только об одном. О том, что все равно не надо ждать болезни. Потому что болезнь многократно увеличивает ваши шансы на длительный ковид, на осложнения и так далее, и так далее. Вакцинация однозначно меньший риск. Надо прививаться. Форма хвороби потім є результатом кількість антител по закінченню. Ви сказали, що ви легко хворіли. Огромне фактор впливає. Огромне. І варіант вірусу, інфіцируюча доза, состояние місцевого імунітету. Куча-куча факторов. Наличие сопутствующих заболеваний. Как вас будут лечить? У нас же сплошь и рядом у человека первые сопли, ему 3 антибиотика. А потом мы расхлебываем это. Ну и так далее. Поэтому очень много зависит от этого. Так, наступне запитання від киян. Дивимось на екран. Чи радите ви приймати ліки для профілактики?
Лекарство для профилактики, ну, самое знаменитое лекарство для профилактики называется как? Вакцина. Да, рекомендую. Что еще вы хотите для профилактики? Для профилактики рахита, витамин D. Да, пожалуй, рекомендую. Что еще для профилактики? Нет, в целом надо жить нормально, гармонично, не настраиваться на прием лекарств. Вот, собственно говоря, и все. Угу. Еще одно запитание, давайте одразу. А, есть лекарства для профилактики беременности. Их, пожалуй, надо. Ну, если вы планируете, ну, в 21 веке принято планировать беременность, понятно? Вот, по крайней мере, лекарства для планирования беременности я однозначно, такую профилактику я приветствую. Почула вас. Хорошие люди, тем не менее, должны размножаться. Еще одно запитание с Володь Киева, будь ласка. Как бросить курить, да, спрашивают. Вот так вот. Ой, слушайте, я вам честно скажу, как человек, который курил 25 лет. Угу. Я курил 25 лет и начал курить во взрослом состоянии в 18 лет, когда начал работать медбратом в отделении реанимации, меня жизнь заставила курить. Ну, потому что вот эти все бандиты, которые вместе со мной, ну, медбратья, медсестры, они говорили, ты не куришь, побудь тут, а мы побежали курить. И я оставался, я никуда выйти не мог сутками от больных. Поэтому они как бы меня использовали, и я понял, если ты хочешь хоть 10 минут не находиться в этом аду реанимационном, тебе надо начать курить. И я начал курить. Угу. Вот. Ну, собственно говоря, мне помогла бросить курить книга Алана Карра «Легкий способ бросить курить». Я, по крайней мере, всем рекомендую. Ну, а кто не в курсе, есть у меня такая моя личная такая обучение. Чалка называется журнал доктора Комаровского, и там у меня есть целый курс, как бросить курить. Чи правда, що ви зараз зменшили тиражі або навіть відмовилися від друку деяких ваших книг? Нет, нет, нет. У нас были мысли такие, ну, собственно говоря, как бумажные книги практически абсолютно, ну, абсолютно это не бизнес вообще. Угу. Ну, вообще. Ну, вот зараз чи... Ну, сейчас, конечно. Ну, вот сейчас. Ну, это практически вот мы все книги доктора Комаровского, они, которые мы выпускаем в бумажном виде, угу, они практически не дают никакой прибыли, ну, особенно с учетом того, что тебе же надо купить бумагу, да? А причем тебе не позволяют, государство не делает так, что ты можешь взять бумагу, продать книги, а потом дать деньги. Тебе надо за бумагу положить вот прямо сейчас определенную сумму. Да? Поэтому к тому моменту, как ты продашь эти книги, как раз если просто эти деньги положить в банк, у тебя будут точно такие же проценты. Поэтому в принципе никакой выгоды. А был вопрос о том, что книжки украинскую мову еще сложнее, потому что тиражи меньше, а государство никак не поддерживает, вот вообще от слова не помогает изданию на украинском языке. Вообще, ну, намека даже нет. То есть, если бы мы, это было бы вообще как круто, мы бы могли поддерживать наш любимый государственный язык. Мы бы могли, допустим, продавать книгу Комаровского на русском, там, за 100 гривен, а на украинском за 50. И это было бы круто. Ноль. То есть, получается, а поскольку тиражи меньше, то бумагу ты покупаешь, ну, меньше, значит, она будет дороже и так далее, и так далее. А потом, ну, как бы на меня начали наезжать там наши специалисты по мове, что у меня там на сайте грубые ошибки, там нет на украинской мове. Добавили, хотя первая мысль была просто прекратить в эти глупости, угу, играть. Ну, у вас раздел книга поштою, да, была не перекладена? Да, 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 мы переклали. Так, запитання від глядачів. Так, ну тут до кого з лікарів звернутися в Харкові з проблемами спини? Друзі, ну зараз... Понял. А и я... на экране номер телефона. Ну, так не, мы так не працюємо. И передать от меня привет. Да, якщо, да. И скидка, промокод Комаровский, скидка. Да, да. Якщо 5000 антител, чи треба робити щеплення? Київ, Лариса, 74 роки. Ну, если у вас антитела, наверное, можно подождать. Еще раз прошу вас, подождите полгода после того, как у вас нормализовалась температура. После этого прививайтесь. Все-таки привейтесь. Смотрите. Ой... Эти вот сказки, которые кучей ученых в кавычках распространяются. Значит, есть такая болезнь. Так. Называется лихорадка Денге. Mm-hmm. Это такая уникальная, там, тропическая. Она для нас вообще экзотическая. В нашей стране, ну, вообще никто не знает, что это такое. Так вот, при лихорадке Денге описано такое явление, называется антителозависимое усиление инфекции. То есть, если у человека есть антитела, антитела, и он заболеет с этими антителами, то болезнь будет протекать по более негативному сценарию. Так вот, в самом начале, когда появились разговоры о том, что надо прививать тех, кто переболел, начали рассказывать сказки о том, что у привитых, и которые, то есть у переболевших, которые привьют, будет вот это самое антителозависимое усиление инфекции. В общем, все умрут.
То есть, если вы переболели и привьетесь, вы умрете. Потом выяснилось, что 4 миллиарда доз вакцин уже введено, уже больше на Земле. Феномен этот не обнаружен. То есть, прививая людей, которые переболели, вы практически ничем не рискуете. Кроме того, что усиливаете иммунную защиту. Я переболел. Я привился. Скажут, нужна, или я увижу, что понадобится третья доза, привьюсь. Я не хочу умирать от коронавируса. Я не хочу испытывать последствия. Если мне скажут, что мне надо раз в год прививаться, я буду раз в год прививаться, как я делаю это от гриппа. Третья доза, про которую вы сказали, бустерна, чи не бустерна? Значит, смотрите, по логике, ну, создается абсолютная убежденность в том, ну, по опыту Израиля, Америки, Великобритании, что третья доза реально работает и значительно повышает уровень антител. Но на сегодня Всемирная организация здравоохранения говорит, третью дозу не надо. Почему она так говорит? Потому что считается аморальным прививать третью дозу, когда еще в мире куча стран, где люди и по одной не получили. Поэтому вот говорится, ну, ребят, ну имейте совесть. Ну это же нечестно, когда в Израиле, в Америке по три дозы, а где-то вообще ни одной, да? Но это лишний раз показало, что своя рубашка ближе к телу, что да. политики нормальные должны думать прежде всего не про ВОЗ, не про ООН, не про НАТО, а про что? Про своих граждан. Вот и все. Вот отсюда все начинается. Вот отсюда. Ты должен думать, отец думает про своих детей, а потом про соседских. Ковид-паспорт, его срок дії півроку. Ну, это логично. Никто не знает, что будет через полгода. Что они придумают во всем мире. Наверняка количество антитела будут в рабочем виде дольше. Но просто, ну, значит, его автоматически продлят. Но на сегодня просто никто не хочет смотреть дальше, чем через 6 месяцев. Тут непонятно, что через 2 месяца будет. Угу. Ну, сейчас он там с Дельтой не успели закончить. Уже там новый вариант Мю обсуждается. Короче, мы успеем еще об этом все поговорить. Что за Мю? Поговорим как-нибудь в другой раз. Не надо, давайте начнем. Про серьезное. Без му и без ню. Мю есть, уже есть вариант мю. Так, я зараз просто прочитаю букви, а ви скажете... Ви мене пугаєте. Що думає лікар про щеплення Previnar-13? Отличная вакцина против пневмококковой инфекции. Если у вас есть особенно пожилые родители, то есть все, кто старше 65, если у вас есть материальная возможность... Материально. То есть шансов, что мы дождемся, когда кому-то там в Раде так. придет в ум позаботиться о пенсионерах, для которых пневмококковая инфекция – один из главных факторов риска. Но с возрастом защита от этого бактерии значительно снижается, и значительное количество пожилых людей, которые умирают от инфекции, вот после какой-то простуды он взял и умер, вот они умирают от пневмокока. Да? И поэтому во всем мире пожилых людей в обязательном порядке прививают от пневмококковой инфекции. Это, как, поскольку я многократно говорил, что поскольку каждая выжившая бабушка приближает крах пенсионного фонда, то вакцинация от пневмококковой инфекции не является пріоритетом нашого політичного класу. Так, наступне запитання доволі серйозне. Чи можна вакцинуватися людям, які випивають? Ну, послушайте, меня алкоголики, наш профиль. Вообще, любой наш врач знает, что надо в этой ситуации делать. Ребят, ну не надо, вот в состоянии, если вы еле ходите, не надо в этот момент идти и прививаться. Но, в принципе, прямой связи между осложнениями вакцинации, между вашей способностью вырабатывать иммунитет и вашим алкоголизмом нет. Но алкоголизм – отягчающий фактор коронавирусной инфекции, поэтому, если вы выпиваете, вам, конечно же, обязательно надо защитить себя. Чи можна мені не робити щеплення? Думаю, що я вже стара і можна і так прожити. 77 років, Віра, Маріуполь. Вера, Мариуполь, прожить можно, но иногда недолго. Вы понимаете? Хотя я считаю, что 77 лет – это прилично по меркам нашей страны. Хотя во всем мире можно и значительно дольше. Поймите, вам действительно можно не делать прививку. То есть вы боитесь встретиться с прививкой. А я хочу знать, Вера, а почему вы не боитесь встретиться с коронавирусом? Ну почему? Ну где логика? Мне 77 лет, я боюсь прививку. То есть я… Нет, на самом деле, если вы не выходите из дома… А если тромб? Так тромб от коронавирусной инфекции возникает в 40-200 раз чаще, чем тромб от вакцинации. Так, а есть шанс, вы думаете, у вас есть шансы не встретиться? Шансов, увы, нет. Дивіться, тут вот я просто вам поясню. А если у меня ось це, можно щепитися? А якщо ми, якщо можна... Давайте от, еще пунктів, раз, ребята. Да. Коли дійсно не можна робити щеплення... Нельзя в остром периоде инфекционной болезни, когда вам реально плохо.
Ну, если у вас температура 40, вот, вот нельзя. Если вам сейчас, вот именно сейчас, проводят лечение онкологии или какой-то болезни с использованием препаратов иммуносупрессивного, то есть угнетающих иммунную систему, тогда пока идет это лечение, не потому что вам нельзя прививаться, а потому что вакцина просто не сработает, иммунитет не отреагирует на нее. Но в целом, ну, нет реальных противопоказаний к вакцинации. Нет, друзья мои. Я клянусь вам, клянусь всем, своей репутацией, здоровьем своим. Ребята, мне никто не давал денег за то, чтобы я вас призвал вакцинироваться. Но вакцинироваться надо. Ну, никуда мы не денемся. На сегодня у нас есть всего два способа защищаться. Еще раз говорю, вакцинация и вентиляция помещений. И лучше вентилировать помещение, чем потом ждать вентиляции легких, искусственной. Красиво. Самому понравилось. Классный афоризм. Да, надо записать. Треба записати. Наявність кардіостимулятора – це перепона для вакцинування? А почему вы не спрашиваете, а наличие кардиостимулятора – это препятствие для заболеть коронавирусом? Нет. Ну, я тоже думаю, нет. Угу. Поэтому, конечно же, не препятствие, а наоборот, показания к вакцинации. Так, ще запитання. Вітаю. Глютенова недостатність. Чим краще прививатися? Бачите, людина хоче прививатися, але просто просить пораду вашу. Послушайте, глютен, или в переводе на наш язык клейковина, ну, обычное совершенно вещество, которое приобретает огромный коммерческий смысл, потому что люди продают продукты без глютена, есть всякая мода на безглютеновые диеты и так далее, и так далее. Никакой взаимосвязи между прививками и глютеном нет. Прививайтесь той вакциной, которая вам доступна на сегодня. Если доступны любые, используйте мРНК-вакцины. К мРНК-вакцинам относятся Pfizer и Moderna. Угу. Так, я вже відчуваю, що я вже можу відповідати на ваші запитання. Конечно, так моя задача смену подготовити. Тому час медицини з Василием Головановим. Так, интересно. Але перед цим давайте я ще потім здам. Я скажу чесно, смотри, у мене очень мало учеников, чесно. Много раз возле меня появлялись там молодые ребята, они крутились вокруг меня 2 недели, а потом исчезали и где-то всплывали в какой-нибудь райцентре с вывеской «Ученик Комаровского». Да. Так что, Вась, ты после пары программ ты напишешь, что тут ученик Комаровского, и будешь отвечать на вопросы по вакцинации. Все у тебя будет хорошо. Я готов. Особливо, якщо будете рекламувати мене в вашому інстаграмі. Договоримось. Спрацюємось. Так, знову запитання персональні. Зараз я знайду запитання. 20 років сижу на гормонах. Сімейний лікар розводить руками. Не знає, чи можна вакцинуватися. Ревматолог каже, що мені категорично не можна. Тобто болеть вам категорично можна, вакцинуватися. Смотрите, проблема состоїть в тому, що для вас вакцинація не опасна. Вона може оказатися не... Можна так, ну вакцинуватися вам все одно треба. Угу. Так, ще одне запитання, і будемо переходити до наступної ефірної години. Запитання від глядачів. Будь ласка, пишіть. Телеграм, Вайбер, кол-центр працює. Де більше шансів, що я прочитаю ваше запитання? В Телеграмі. Маленька підказка. Вайбер – не досить надійний месенджер. Антиреклама. Зараз обрушились акції. Чи хворіють люди з негативним резус-фактором Аладіса? І з любим фактором, і з любою групою кров'ю боліють. Так, ми зараз переходимо до наступної інформаційної години. Залишайтесь з нами, як це робить лікар Комаровський. Ми будемо відповідати на наші наступні запитання від наших глядачів і від киян і гостей столиці. Тож, залишайтесь з нами і йдемо до наступної ефірної години. Після 22, час на часах 22 часа і 2 минути, 6 сентября, ми працюємо в прямому ефірі, я напомню нашим телезрителям. Прекрасний, великолепний, волшебний доктор Комаровський в нашій студії. Евгений Олегович. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Чем отличается ковид-паспорт от ковид-сертификата? Елена Киев спрашивает. Да, словами. Паспорт и сертификат в данной ситуации примерно одно и то же. Утвержденный государством документ, который подтверждает факт вашей вакцинации. Угу. Что делать в случае, если вы чувствуете симптомы?
симптомы, которые вам как бы подсказывают, что у вас, наверное, ковид, и вы, ну, не хотите ехать в общественном транспорте, сдавать тесты. Угу. Что делать в такой ситуации? Ждать, пока нюх пропадет? Он же в такой ситуации вам надо позвонить вашему семейному врачу. У него есть алгоритмы действий в такой ситуации. В такой ситуации вполне возможно к вам на люди, которые возьмут у вас анализы. Угу. Так, можно ли вакцинировать от ковида после инсульта и инфаркта? А можно болеть коронавирусной инфекцией после инсульта и инфаркта? Спрашивают люди, можно ли смешивать вакцину, ну не одновременно, конечно, в коктейль, а первую дозу одну, вторую... Ну, смотрите, на сегодня уже вы все должны понимать, что бывают ситуации, когда вот вакцины кончились. Ну вот у нас же часто такое бывает, да? Завезли вакцину, потом она кончилась. Наш мозг на сегодня допускает, разрешает это только тогда, когда нет возможности прививаться одной и той же вакциной. Вот так. Хотя на сегодня уже есть исследования, что после векторных вакцин очень хорошо работают МРНК-вакцины. После МРНК-комбинации МРНК-вакцины с векторной тоже работает в обратной. Короче говоря, можно, но каждое такое сочетание – это отдельный вопрос, куча на него вариантов ответов, и об этом думать. Вы должны, по большому счету, стремиться к тому, чтобы пройти полноценный курс вакцинации стандартной одной вакциной. Хотя бы потому, что для каждой конкретной вакцины есть, например, определенные интервалы. Ну вот возьмем, например, там вакцину AstraZeneca. Да. Поначалу, когда ее только начали вводить, была рекомендация вводить ее с интервалом 4 недели. Потом в процессе исследования выяснилось, что люди, которым вторая доза введена через 12 людей, имеют идеальный вариант иммунитета. Недель. И рекомендуют через 12 недель. Да, вы сказали людей. Через 12 недель. Имеют идеальный вариант иммунитета, и именно эта рекомендация стала распространяться. То есть на сегодня, когда вы, условно говоря, вы используете AstraZeneca, а через какое время вводите МРНК-вакцину? Через 4 недели и через 12. Не для каждого варианта ответа уже проведены исследования. Поэтому однозначного ответа нет. Главное, какую бы вакцину вы не использовали, все вакцины фактически это введение в ваш организм совершенно определенного белка. Угу. Совершенно определенного. Вакцины отличаются только механизмом введения этого белка. В одном это РНК, в другом это вектор аденовируса и так далее. Но механизм, по большому счету, принципиально не отличается. Вам все время вводят какой-то определенный белок, на который идет иммунный ответ. Вопрос, можно ли ВИЧ-инфицированным делать вакцинирование? Да, можно. Уже много работ о том, что вакцинация эффективна у ВИЧ-инфицированных. По вашим словам, вакцина безпечна. Чому виробник та держава не несе відповідальність за наслідки? Послушайте, ребят, во-первых, я не говорил о том, что вакцина безпечна. Я утверждаю, и медицинская наука утверждает, что вакцина многократно менее опасна, чем болезнь. Вот это совершенно однозначно. И все, что мы с вами делаем, сопоставляем риски. Скажите, пожалуйста, когда в такси везет вас в аэропорт, и попадаете вы в аварию в этом такси, государство несет ответственность? Когда вы покупаете еду в супермаркете и имеете ботулизм после этого, и ваши родственники за миллионы пытаются добыть спасительную сыворотку, государство несет ответственность? За что вообще несет ответственность государство? Послушайте, государство несет ответственность за вашу безопасность? Государство несет ответственность за то, чтобы в суде все было по-честному? Государство несет ответственность за то, что депутаты живут на депутатскую зарплату? Кто-нибудь за что-нибудь решает? Так что вы хотите от вакцинации? Государство должно нести ответственность за то, чтобы каждый человек в стране имел доступ к цивилизованной современной медицинской помощи. И в случае реакции на прививку тоже такая помощь была всем доступна. Так, а вот следующее сообщение от коллеги-врача. Я лікар, працюю в медицині близько 50 років. Нацслужба постановила, що лікарі витрачали по 15 хвилин на пацієнта. Щоб ввести дані в комп'ютер, треба 25 хвилин. І ми вимушені залишатися після роботи на 3-4 години і це обробляти. На хворого не лишається часу. Валерій, Київ, 72 роки. Я вас очень-очень понимаю, коллега, потому что, скорее всего, люди, которые прописывают вот эти нормы,
они никакого отношения к реальной медицине зачастую не имеют. Вот именно поэтому я бы хотел, чтобы любой человек, который принимает вот эти нормы, сколько там на человека, чего такое, он как бы понимал реальное положение вещей. Он побыл в шкуре врача, посидел который бы в кабинете, должен вот это все. Да, вот все это. Особенно с учетом того, что сплошь и рядом проблемы с компьютерной техникой и так далее, и так далее. Ну, вот на это надо, конечно, обращать внимание. Ну, а с другой стороны, в министерстве нам скажут: ну, подождите, ну вот Валерий, там, уважаемый врач и так далее, но в 72 года это уважаемый возраст, уже не так сложно, может, не так хорошо видеть. Может, в этом скажет министерство? А я вам другое сейчас скажу, Василий. И это люди как-то не понимают. В цивилизованной стране, вот мы пока, к сожалению, на это высокое звание не претендуем, понимают, что врач – это человек, на подготовку которого вложены огромные деньги. И он стоит огромные деньги, этот врач. И в единицу времени врач – получает огромные деньги. Вот в цивилизованной стране. Да. Поэтому никто не может додуматься до того в цивилизованной стране, чтобы врач тратил свое время на заполнение истории болезни, на вбивание чего-то в компьютере. Поэтому на каждого врача, который получает очень много, есть 5 медсестер, которые получают поменьше. Да? Но они всю эту работу берут на себя. А врач, он на то и врач. Это врач, человек, это человек, который обладает знаниями и он принимает практикой. Ответственные решения. А ответственные решения высокооплачиваемые. Ну, так принято. Угу. У нас же постоянно министры, замминистры, депутаты что-то там все время получают за напряженный труд. Понимаете, девочка-медсестра, которая еле живая утром на трясущихся ногах выходит из отделения реанимации, понимаете? Она ничего не получает дополнительно за напряженный труд. Она вообще вне поля интересов этих людей. Евгений Ильич, сделаем шаг в сторону. О медиках я хочу поговорить. Еще одна страшилка, которую можно услышать под подъездами, на кухнях, за застольями, что вот раньше медики учили там, добросовестно экзамены, отчисления, там, чуть что не знал. Сейчас же за вступление в медицинский вуз надо принести денежку. Не все, безусловно, но практика такая, говорят, есть. Я за руку никого не ловил, но говорят, что есть такая практика. И вот, мол, люди, которые ничего не знают, продолжают учиться, получают дипломы и идут дальше практиковать. А те, кто получше, уезжают или там на Запад, в Польшу, Германию, или уходят в частные клиники, а в бесплатные клиники, мол, идут, вот, ну, которым, мол, страшно заходить в кабинет. И вы хотите у меня спросить, есть ли у нас проблемы с медицинским образованием? Да. Огромные. Качественное медицинское образование – это огромные деньги. Люди, которые учат медицине, это очень высокооплачиваемые уникальные специалисты. Неудивительно, что весь мир все время говорит про университетские клиники современные, где обучаются врачи и так далее. И об этом уже, кстати, много раз во многих эфирах рассказывал уважаемый мною Борис Тодуров. О том, что это механизм, один из механизмов решения проблемы медицинского образования. На сегодня, вот смотрите, о чем вот алгоритм принятия врачебного решения. Первое, о чем думает врач, следующее. А. Сможет ли пациент наскрести у себя в кармане деньги, чтобы купить те лекарства или пройти те обследования, что я ему назначу? Это раз. Второе. Моя зарплата 6 тысяч гривен в месяц. Если вы ко мне пришли, вы здоровые, да я ж с голоду помру. Каждый пациент – это что? Источник выживания для медработников. И это влияет на медицинские решения. Как люди никак не могут понять, что врач, который должен выжить с пациента, он не может принимать нормальные решения. Точно так же, как не может выжить нормальные решения, принимая учитель, он должен выжить за счет ученика, полицейский за счет преступника, депутат за счет того, кто сказал ему, кто стоит за этим законом и так далее. Это цепочка вот такая. Нас всех устраивает нищий врач. Так вот, нищий врач, он не принимает ответственных решений. Про врачей, бедных и богатых. Мы занимаемся самолечением. Лишь бы не самоубеждением о том, что у нас все хорошо. Что я самая обаятельная и привлекательная, да? И у нас все хорошо. Я считаю, что еще недаром ВОЗ в последнее время всячески рекомендует всякие медитации, практики. Потому что все, что остается, выключить телевизор, расслабиться и внушать себе, что тебя любит твоя страна. Рано выключать телевизор. Евгений, что вы такое советуете? Рано. Я неопытный человек. Так, ну, здрасте. Так, про врачей я обещал, что мы сейчас поговорим.
Масове звільнення лікарів. Відразу 17 працівників Волинської обласної інфекційної лікарні залишилися без роботи. Про це повідомляє Суспільне Волинь. З 1 вересня у шкірно-дерматовенерологічному відділенні залишилися 7 лікарів, котрі працюють на півставки. Причиною такого кадрового рішення, за словами тимчасової виконавчки обов'язків директора обласної інфекційної лікарні, полягає у реорганізації закладу та недостатньому фінансуванні відділення. Мешканка Львівської області у Твіттер повідомляє, цитую: «В нашій лікарні звільняється багато людей молодшого і середнього персоналу, бо за 3 місяці не виплатили жодної копійки зарплати. А лікарня, між іншим, профільна по ковід. І хворі вже пішли і навіть з дельтою». Кінець цитати. Разом з тим на Львівщині намагаються вирішити питання боргів перед лікарями, зокрема медикам Соснівської міської лікарні, які голодувати через невиплату зарплат, перерахували частину грошей. Однак ще потрібно заплатити лікарям близько 2,5 мільйонів гривень. Заборгували за 4 місяці роботи, за офіційними даними в Україні, станом на 2020 рік було понад 147 тисяч лікарів. За рік їх кількість зменшилась на 7 тисяч. Загалом по країні на 10 тисяч населення припадає 36 фахівців, а укомплектованість штатних посад – 81%. Найкраща ситуація в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, найгірша – в Донецькій. Водночас медсестер в Україні понад 273 тисячі, а укомплектованість ними лікарень сягає 89%. О, если действительно проблема о неукомплектации медицинских учреждений, правда ли, что, вот как нам говорили, что мозги, значит, вытекают на Запад, правда ли, что наших медиков сейчас там с удовольствием принимает та же Польша и другие страны? Василий, ну вот смотрите, вам 23 года, 24. Вы закончили мединститут. Перед вами перспектива зарплаты от 4 до 6 тысяч гривен. Угу. После того, как вы потратите год на изучение языка, вам еще эти курсы языковые оплатят. Словакия, Чехия, Польша сделает вас врачом уважаемым с нормальной европейской зарплатой, где вы не будете часами вбивать что-то в компьютер, где у вас будет охрана, где у вас будет нормальный полноценный отпуск, где будут понятные правила игры и так далее. И так далее. Вот из вас это, вот если вы молоды, энергичны и вы хотите обеспечить будущее своих детей, что вы сделаете? Вы, если мы еще другое проанализировали, когда вот эти люди, которые уходят, какого возраста тех, кто уходит, кто реально остается? Да если сейчас уйдут все пенсионеры, так кто вообще останется? Я вам честно скажу, в те двое суток, что мне довелось быть советником кандидата в президенты по здравоохранению, я на этом сказал, что это самое главное в медицине, что первоочередная цель – вот медицины вообще сегодня, это медицинские кадры. Это самая острая проблема. И проблеме медицинских кадров надо посвящать специально заседание Совета национальной безопасности. Это намного актуальнее, чем многое из того, что они рассматривали, понимаете? Это острейшая проблема. Но люди, то есть обсуждать врачей, это обсуждать, как потратить деньги. Поэтому есть куча вопросов, где можно обсуждать, как их заработать. Кстати, про деньги. Раз уж вы заговорили, еще одна тема, которая связана с медициной, кто-то скажет косвенно, а я скажу напрямую. В Україні може зникнути реклама ліків з телебачення, радіо та газет. Відповідну ініціативу РНБО, Рада нацбезпеки та оборони, її вже підтримав президент. Тож до 2024 року Кабінет міністрів має розробити мораторій на рекламу фармакологічних виробів. Як пояснюють у Раді нацбезпеки, такий крок повинен захистити від самолікування. Втім, в Асоціації виробників ліків рішенням Ради нацбезпеки не задоволені. За їхніми словами, у європейських країнах заборона реклами стосується лише тих препаратів, що містять наркотичні складові. Натомість звичайні краплі в ніс чи пігулки від болю в горлі рекламувати можна. До того ж, в асоціації переконані, що заборона реклами призведе до втрат державного бюджету та скорочення робочих місць у фармацевтичній галузі. Ці слова підтверджує міністр культури Олександр Ткаченко, заявив, що реклама медичних засобів становить понад 30% усього обсягу реклами. Тож, за словами міністра культури, під час розробки механізму мораторію необхідний діалог між представниками медіагруп та керівниками РНБО і МОЗ. Почуємо міністра.
для медіа, доходи від реклами лікарських препаратів є надзвичайно важливими. Це понад 30% доходів, і їхня проста ліквідація з одного боку вдарить по медійникам, з іншого боку, абсолютно не гарантує того, що самолікуванням люди не будуть займатися, тому що в інтернеті ви можете і зараз побачити багато фейкових цих ліків, які рекламують, в тому числі і зірки телебачення, самі про цього не знаючи. Ой, как интересно. Слушай, спасибо тебе за эту тему. Так. Эта тема меня так близко касается. Сразу скажу, что я, наверное, если вот так вот объективно, за, вот я рекламу лекарств по телевидению, да, вот в сложившейся ситуации, так. Я сегодня однозначно скажу, что я за эту рекламу. За рекламу? За. За. За то, чтобы ее не отменяли. И я понимаю, почему это надо сохранить, но я сразу хочу сказать, что лично я не как вот, как вот доктор Комаровский, ну прямо вот очень заинтересован, чтобы этой рекламы не было. Ну я безумно в этом, мне это так круто, я стану таким богатым, я объясню тебе, ну смотри, Вась, так. Ну смотри, что происходит. Есть рекламный бюджет у фармацевтических фирм, да, и вот на телевизор они не могут эти деньги потратить. На кого, на что они это потратят? Они это потратят в интернете. То есть мне, как человеку, у которого есть в социальных 3 миллиона в Ютубе, 9 миллионов в Инстаграме, для меня запрет на рекламу по телевизору лично для меня золотое дно. Давайте объясним сразу зрителям, что запрет они хотят ввести на рекламу в телевизоре, на радио и в прессе. Ну правильно, потому что контролировать интернет практически нереально. Диджитал пространство, то есть интернет, Ютуб, Инстаграм и так далее, на запрет не касается. Да, дальше теперь давайте посмотрим. Смотрите, так. Чем это все прикрывается? Так. Это прикрывается такой темой, как самолечение, да? То есть реально мы, вот, нас вот вдруг озаботила тема самолечения. Угу. Вот резко озаботила настолько, что вот самолечение связано с рекламой по телевизору. Во-первых, люди же все должны понимать, что первое, лекарства, которые можно рекламировать, это лекарства, которые отпускаются без рецепта. Да? Что такое лекарство, отпускаемое без рецепта? Это лекарство, которое государство разрешило людям покупать в порядке самолечения. Но тут же оно с этим борется. Ну, то есть противоречие по меньшей мере раз. Второе, что очень интересно. Мы же должны все понимать, что вот то, что в любой аптеке любой антибиотик можно купить без рецепта, в то, что из каждого отделения вот приемного люди, родственники выходят со списками абсолютно рецептурных, сильнейших лекарств, антибиотиков, гормонов, препаратов для химиотерапии, и все это идется и без рецепта, по бумажке покупаются, это вот нас не волнует в плане самолечения, да? Мы решили с самолечением бороться. Третий аргумент, чтобы мы все понимали, почему вы в слово «самолечение» вкладываете негативный смысл. Всемирная организация здравоохранения говорит совершенно о другом. Оно говорит о том, что должно быть ответственное самолечение, что люди должны уметь себе помогать в частых распространенных состояниях. Ну, условно говоря, смотрите, у вас ожог. Вот ожог. Вы должны знать, что делать непосредственно после ожога. Должны. А мы можем это прорекламировать по телевизору? Ну вот теперь вопрос. Вот теперь вопрос, да? Вот интересно. Оказывается, не можем. Опять-таки, смотрите, ну, допустим, большинство того, что рекламируют по телевизору, вызывает у меня хохот. Когда я смотрю вот эту рекламу телевизионную, это так весело, так смешно. Я бы, ну вот если бы я вот на месте того же президента, которому этот закон нравится. Президент же, он же у нас пришел из шоу-бизнеса. Он в юморе разбирается. Каждая, вот, каждый рассказ про то, как они лечат горло, про то, что если вы хотите хорошо покакать, вам надо вот это съесть. Вот все вот эти рекламы про... Это же... Евгений, ну, может... Я, кстати, ремарку вставлю. Я, кстати, не уверен, что президенту эта идея нравится. Потому что это, может быть, идея депутатов. Ну, я или... только что слышал, что этот закон, это как бы одобрено, согласовано с президентом. Я это только что слышал в новостях, которые вы мне сказали. Опять-таки, это решение, я изучил это решение. Там, кстати, это решение СНБО по здравоохранению. Там куча, там каждый пункт – это повод для подробнейшего анализа. И я уверен, до этого еще время дождет. Сейчас вот мы взяли чуть ли не самую всем понятную элемент. Да? Я бы, например, в рамках там «Украина-24», я бы сделал программу по следам рекламы лекарств. И мы бы вместе, всей страной обсуждали бы, как это смешно лечить горло сосательными таблетками, как правильно использовать сосудосуж...
капают. Как использовать то-то, то-то и то-то? Какие должны быть бактерии? То есть мы бы из этой телевизионной рекламы могли бы сделать изюминку, рассказать людям, что кашель не лечится лекарствами ни в одной стране мира. Нет лекарств от харкивающих нигде в мире и так далее. То есть мы бы могли и рекламу показать, и объяснить людям, как этим правильно пользоваться. Да. Но ведь давайте реально, а теперь, да, чего это они вдруг озаботились темой самолечения? Что это вдруг так всех заинтересовало? Почему? И вот тут вот мы начинаем понимать, откуда растут ноги и руки у этого всякого закона. Потому что фактически у нас есть мощнейшая, с кучей денег, с огромными средствами, фармакологическая промышленность. У них очень много денег. И есть нищие, управляемые СМИ, которые за копейки готовы на все. И фактически как сложилась ситуация? Богатая фарм-отрасль легально поддерживает средства массовой информации. Фактически они, обеспечивая 30-40% бюджета СМИ, они поддерживают в стране свободу слова. А у нас, как мы видим, со свободой слова и последнее время есть проблемы. У нас есть люди, которые решают, что говорить можно, что говорить нельзя. Тем не менее, когда любой человек в стране произносит фразу «я так считаю» и озвучивает свою позицию, то не согласиться с ним можно. Но запретить ему это делать наша Конституция не разрешает. Но, похоже, мы входим в какую-то очередную предвыборную кампанию, и нам надо срочно сделать средства массовой информации управляемые. То есть их можно закрыть, и их можно лишить денег, и тогда они будут петь под дудку того, кто деньги даст. У кого деньги есть? Наверное, у того, кто пытается это решение протянуть. Давайте я вам приведу совершенно другой пример. Меня, как человека, как врача, волнует тема самолечения? Волнует. Буквально сегодня я вообще каждый день получаю кучу писем про самолечение. Мы, кстати, я тебе пересылал видео. Мы сможем показать хоть что-нибудь? Там... Да, у нас есть ссылки на сайт, где используется фамилия и портрет доктора Комаровского. Единственное, что я попрошу команду не показывать название препарата, чтобы это не было воспринято как там, ну, вот реклама. Смотрите, или каждый божий сейчас день... вывести, да, на экран, а вы прокомментируете. Да, я прокомментирую, просто чтобы было понятно. Просто каждый божий день все публичные люди страны продают лекарства. Ну, якобы. Комаровский, я чемпион, сразу вам скажу. То есть я продаю, ну, вот смотрите, программа по борьбе с заболеваниями простаты, центр Комаровского, понимаете? Причем дальше ситуация примерно такая. Запомните простую истину, говорит Комаровский. Никого не слушайте, можно до глубокой старости лечить простатит. А дальше классический сценарий. Рассказывается про то, что некие волшебники изобрели, может спасти вас, но при этом куча других там людей пытаются запретить продажи этого лекарства, и поэтому вы срочно, прямо вот сегодня должны это купить. Угу. И вот куча людей с реальными болезнями тратят вот на это деньги, понимаете? А теперь скажите, пожалуйста, вот реально, на кой? Ладно. Да. А вот, кстати, второе. 86 случаев операции на глаза сделали, чтобы содрать с людей деньги. Не надо лечить глаза. Не надо. Надо купить волшебные таблетки. Понятно? И там, кстати, ребята, не можно вернуться? Можно вернуться чуть-чуть еще ниже. Раз, сначала вот смотрите, запустите. Там же... Ой, там же так... Вот тут есть... Или показываете Комаровского, там написано, кто я такой. Там я, когда вижу, кто я такой, вот поднимите, там написано, у меня такая должность обалденная. Там, кстати, там, где простатит, я знаете, как называюсь? Так. Я называюсь главный врач страны. А здесь... Вот смотрите, стоп! А кто ребята, будет спорить? Смотрите, мы не можем остановить, там ему зациклили. Ну хорошо, видео. Вот там написано, что я, короче, ведущий врач какого-то НИИ, ведущий который, врач. Короче, ну, блин, как в это можно поверить, вот это все. Ведущий врач страны, зам председателя первого замдиректора ФГБН имени Короленко профессор. Это я. Понимаете, как вам нравится эта фраза? Ведущий врач страны, зам председателя первого замдиректора. Зиц-председатель. Но люди в это верят. То есть смотрите, вот реальная ситуация. Причем, смотри, это все еще фигня. Это простатит. Но людям продают лекарства от артериального давления. И там и пишут, если вам врач выписал лекарство от давления, немедленно выкиньте это, покупайте вот это. Угу. Вот это реально убивает кучу людей. Вредить. Вот это, да, убивает. Скажите, пожалуйста, где... Мне волнуют две вещи по поводу вот этих текстов. Первое, где киберполиция? Вот чем они реально... Причем это же раскрутить никаких проблем. Вы берете первого же распространителя за шкварку и все, и приходите к тому, кто это все делает. Ну реально, где Конечно, киберполиция? Первое наказание. И второе, где мовный омбудсмен?
Как это можно? Людям на русском языке продают вот это все. Пусть на украинском продают, в конце концов, но это же правда. Ну что происходит? Причем, смотрите, этого они не видят. То, что на сайте Комаровского, в книге на русском языке изданном нет аннотации по-украински, мне уже прислали кучу претензий. Это не видит никто. Угу. Это кого-то вообще волнует? Послушайте, я хочу обратиться к жителям страны. Поверьте, ребята, уже 3 адвокатских конторы мы нанимали. Я продаю лекарства последние 10 лет. Вот так. Угу. Вот так. При этом я, в принципе, не рекламирую лекарства. В принципе, понимаете? И вот это все. К кому мы только не обращались, сделать ничего нельзя. Ничего. То есть, скорее всего, люди, которые вот этим торгуют, имеют такое количество денег, что они в состоянии поделиться с контролирующими органами. Скажите, пожалуйста, а это не повод собрать Совет национальной безопасности? Вот это не конкретно. Вот я вам, это же сейчас, в реальном времени. Я вам показываю реальный бандитизм, реальное самолечение, которое убивает людей. Чем они занимаются? Все, что показывается в интернете, вот мы видим на примере вот в этой рекламы с якобы вами, ничем и никем не регламентируется. Василий, и не регулируется. Вы такое сейчас вот делаете такие удивленные глаза, что нечто, что регулируется нормами закона, вступает в противоречие с решением Совета национальной безопасности. Ах, как это все странно, как это удивительно, как это необычно. Вы действительно считаете, что запрет рекламы лекарств по телевизору – это повод, это борьба с самолечением? Нет, конечно. Конечно, борьба со свободой слова совершенно конкретная. Это попытка заткнуть рот средствам массовой информации. Ничего другого я в этом не вижу. Хотя я категорически против рекламы лекарств, многих лекарств. Но если вы это разрешили по закону, поменяйте закон, а потом придумайте всякую фигню. Я с вами хочу согласиться во всем, что вы сказали, и в том числе в том, что с самолечением это никак, безусловно, не связано. Я перед эфиром, когда готовился к эфиру, проконсультировался с коллегами. Министр Ткаченко, культуры министра, сказал, что там от 30%, mm-hmm. он в целом по отрасли сказал, это радио, телевидение, пресса. А в отдельных СМИ до 50%, да? Я могу сказать, что на телевидении это порядка 40% рекламных бюджетов, это фарм компании и лекарства, соответственно. Поэтому давайте еще раз задумаемся. Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Если реклама запрещается, и фактически бюджеты телеканалов будут терять до 40% легальных денег, с которых платятся налоги в бюджет страны. А люди получат меньше объективной, честной, нецензурируемой информации. СМИ станут еще более управляемой, и вам будут вешать лапшу, которая будет толще, чем та, которая есть сейчас. Так, хорошо, но тогда кто еще потеряет? Вот телеканалы потеряют, безусловно, потеряют. Ну, потому что 40% рекламного пирога. Это объективно. Кто еще потеряет? Что фармкомпании? Наверняка фармкомпании может по некоторым позициям однозначно упасть в прибыль. Хотя, я вам честно скажу, что у фармкомпаний есть ресурсы. Можно работать с людьми по телевизору, а можно напрямую работать с врачами. Можно иметь с каждого купленного там процента, например, и так далее. То есть эти же механизмы тоже работают, но вне всякого сомнения фармкомпании перераспределят бюджеты, часть бюджетов просто не будет на это тратиться, а, естественно, если на это не будут тратиться, государство меньше получит денег. То есть, на самом деле, в убытке все, кроме тех, кто хочет свои определенные политические месседжи провести через управляемые средства массовой информации. И короткий вдогонку вопрос. Выиграет ли от этого телезритель? Нет, конечно. А что, он кого-то интересует? Надо, чтобы выиграл тот, кто с помощью телевидения формирует своего избирателя. Вот это же цель. Но цель телевидения рассматривается как способ сформировать своего избирателя. Поэтому я к вам пришел, чтобы этим ребятам рассказать, что на самом деле о них думают избиратели. Как человек, который не хочет становиться частью политического класса, который хочет остаться тем, кем он есть. Так, Евгений Олегович, вопросов от телезрителей огромное количество. Я вас попрошу в блиц-режиме отвечать, буду очень стараться, если это возможно. Итак,
В мене алергія від холоду. Як це лікують? Василь, Полтавщина, 76 років. Ну, прежде всего, тут очень важна профилактика. Ну, хотя бы потому, что очень часто люди, у которых аллергия на холод, не могут додуматься до того, что он зашел в троллейбус и взялся рукой за холодный поручень, ледяной. Угу. И у него уже реакция, да? То есть, поэтому в такой ситуации надо, прежде всего, заниматься профилактиком, использовать перчатки всегда, использовать кремы, мази для защиты от мороза и ветра. И с помощью врача подбираются высокие дозы антигистаминных средств. Как правило, при холодовой аллергии эти дозы в 2-3 раза могут быть выше, чем при обычной аллергии. Но это должен знать ваш семейный врач. Возраст желательно кормить природным путем. Не надо ждать с вакциной. Прививайтесь, как только есть такая возможность. Что касается до какого возраста надо кормить, то Всемирная организация здравоохранения в целом рекомендует делать это до 2 лет, начиная прикорм с 6-месячного возраста. Лично я, доктор Комаровский, глубоко убежден в том, что женщина, которая прокормила грудью до года, выполнила свой материнский долг на 1000%. Но есть нюансы. Об этом надо в другом формате разговаривать. В блице не получится никак. Понял. Как бороться с паническими атаками? Почему это так популярно среди молодежи? Людмила Киев, 66 лет. Ну, смотрите, количество физических нагрузок резко уменьшилось, количество эмоциональных нагрузок резко увеличилось. Наши мозги просто не в состоянии, не успевают анализировать тот огромный объем информации, который мы получаем. Вы никогда иногда не задумываетесь над тем, что, листая ленту новостей в смартфоне, вы за минуту получаете больше информации, чем за неделю ваша мама получала, листая газету. Понимаете, наши мозги просто этого не выдерживают. Исходя из этого, у многих возникают проблемы, депрессия, синдром панических расстройств и так далее. Хочу обратить ваше внимание на то, что у современной медицины есть высокоэффективные препараты для лечения депрессии и синдрома панических расстройств. Как говорится, главный повод, когда надо обращаться к врачу. У каждого бывают плохие дни. Но если в вашей жизни плохих дней больше, чем хороших, ідіть к врачу. Угу. Так, ваша думка про відсутність закону про евтаназію. Хто найбільше гальмує ухвалення цього документу? Ребят, чесно, в стране з непобіжденною корупцією вводити закон про евтаназію нельзя. Я за евтаназию совершенно однозначно. Ну, наверное, все-таки надо думать про евтаназійний туризм. О. Ну, я понял, я вас услышал. Так, чи можна вакцинуватися, якщо алергія на вакцину від дифтерії? Ну, минутку. Если у человека есть аллергия на конкретную вакцину, на конкретную вакцину, то этим вакцинным препаратом повторно прививаться нельзя. Но аллергия на вакцину от дифтерии, на вакцину АКДС, например, или АДС, не является поводом не вакцинироваться от коронавируса. Ну, хотя я хочу обратить ваше внимание на то, что если у вас вакцина АДС вызывает аллергию, то, скорее всего, в такой ситуации я бы рекомендовал не пробовать вакцины традиционные, типа коронавака, а использовать все-таки вакцины МРНК. Вакцины, они по другой технологии, скорее всего, здесь аллергии не будет. Так, сказали вы буквально несколько минут назад, что не помогают конфетки, таблетки для горла, и тут же прилетел вопрос. Добрый вечер, как тогда лечить горло? Нет, нет, подождите, ребятки, смотрите, это симптоматические средства. Симптоматические. То есть, если у вас в горле там першит, вам неприятно, и вы сосете эту таблетку, и вам от этого легче, ради бога, сосите на здоровье. Можете сосать леденец из аптеки, вы можете сосать какой-нибудь дюшес, конфету барбарийскую из магазина. Да. Это не принципиально, на самом деле. Но если разница есть? Никакой. Ну, просто никакой. Дюшес стоит 32 копейки, разницы условно никакой. Говоря. Видите, вот мы сейчас занимаемся антирекламой лекарств. Но вопрос в другом. Смотрите, если у человека есть острая бактериальная... Острая бактериальная инфекция горла, так называемая ангина, то ангины нельзя лечить препаратами местного действия. Ангина вызывается микробом, который называется стрептококк. Но симптоматику снимает, облегчает протекание болезни. Да, но это должно быть вместе с антибиотиками внутрь. То есть нельзя только этим лечить. Это повод к осложнениям, к ревматизму и так далее, и так далее. Об этом надо понимать. Поэтому, если вам легче, сосите на здоровье, никаких проблем. Никто вам не препятствует это делать. Главное, сосите это вместе с доктором. То есть с ним посоветуйтесь и сосите после этого на здоровье. С улицы вопрос. Смотрим. Вопрос с улицы – это мощно. Задаю питання доктору Комаровскому. Бандажи. Як побороти проблему з болями в спині? Угу. Это, кстати, очень важный вопрос. Главное, я просто сейчас могу сказать следующее. Смотрите, прямохождение,
и малое количество физических нагрузок, и лишний вес практически у каждого человека рано или поздно создают проблемы со спиной. Я понимаю, что можно целую программу записать про боли в спине, но я хочу сейчас предотвратить самую страшную ошибку, которую люди делают при возникновении боли в спине. Самая большая опасность при боли в спине – это лечь в кровать. Понимаете? То есть главное, если вы при боли надо прекратите двигаться, что же делать? Надо двигаться, принимать обезболивающие средства, обращаться к врачам, но обязательно двигаться. Вот это самое главное. И понимать, что сплошь и рядом большинство болей в спине имеют в своей основе слабость мышц. Слабость мышц. Не проблемы там с дисками, с суставами и так далее, а именно слабость мышц. Поэтому что надо делать? Заниматься спортом. Понимаете, следить за собой. А если уже грыжи, протрузии и так далее? Если грыжи, протрузии, тем более заниматься оздоровлением, нагружать спину под руководством профессионалов, формировать мышечный каркас, который будет фиксировать позвоночник и облегчать вашу жизнь. Угу. Та безпосередньо до Луїзи Хей. Київ, Наталя. Я вам честно скажу, что в большинстве случаев психосоматика – это придумки. Нам легче списать наши эмоции, там, выяснения на психосоматику. Дети, очень многие дети, например, им, они любят болеть. Просто пока ты здоров, ты никому не нужен. На тебя никто внимания не обращает. Ты хочешь, чтобы мама попоила тебя с ложечки? Ты хочешь, чтобы мама посидела возле тебя? Ты хочешь, чтобы папа спросил, как дела? Для этого надо заболеть. А пока ты здоровый, на тебя никто не обращает внимания. Поэтому что хочется? Ну, реально заболеть, чтобы на тебя обратили внимание. Угу. Так, ну, мы все равно еще раз к этой теме. Тут просто сложный диагноз с уточнениями. Можно ли вакцинироваться после перенесенного в 2017 году вирусного энцефалита, а сейчас глиома головного мозга 1-2 степени, сыну 19 лет? Вот смотрите, мальчику 19 лет, у него опухоль головного мозга. Вот просто представьте себе, что мальчик заболеет коронавирусной инфекцией. Ну, просто представьте себе, как человек с такой серьезной проблемой, тяжелейших осложнений, вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции очень высока. Поэтому что надо сделать? Ну, если он выходит из дома, да, если он транспортабельный, движется, да, то можно, его обязательно надо прививать. Если он дома, то надо, конечно же, привить в первую очередь всех, кто окружает его. Но, тем не менее, вакцинированные тоже могут переносить вирус. Тоже могут. С меньшей вероятностью, но тоже могут. Поэтому надо привить этого мальчика обязательно. Защитить его от коронавируса, который именно для него может быть смертельно. Так, здравствуйте. Спросите, пожалуйста, у доктора, когда все болит и каждый день что-то новое. Это ипохондрия или надо радоваться, что вообще живой до сих пор? Вы не уточняете возраст, к сожалению. Но тем не менее, ребят, когда каждый день что-то, все время что-то болит, и особенно если каждый день что-то разное, то жизнь играет каждый день разными красками. Вы узнаете о своих новых органах, узнаете новые диагнозы, новые способы обследования. Но тем не менее, когда у вас не одна проблема, а куча всяких разных, это говорит о том, что вашему организму надо вернуться к естественному образу жизни. То есть надо убрать источники новостей. Смотрите добро, слушайте музыку, обязательно бегайте по утрам, проводите время не на диване, а на свежем воздухе. Бегайте или ходите. Тут опять же много споров, если что у вас не всем есть бег полезен, друзья, там нагрузка на суставы. Бегайте медленно или ходите быстро. Надо уснуть быстро, да? Вот лег, вот коснулся подушки головы и уснул. Что для этого надо? Как? Для этого надо устать, надышаться свежим воздухом. Вот не надышались, не устали, завтра будете ходить больше и так далее. Но главное, вы все время надеетесь, что сейчас доктор Комаровский или какой-то врач даст вам вот такую здоровенную золотую таблетку, вы ее съедите, и все ваши хвори куда-то отступят. Ребят, ну не бывает такого. Но человек должен в такой ситуации заниматься самолечением. Я уж, поскольку мы сегодня вот все-таки много говорили про самолечение, я все-таки должен просто дать людям два важнейших совета. Самое главное в самолечении – это когда его надо закончить. Да? Когда надо прекратить все-таки идти к врачу. Есть два универсальных признака того, что самолечение должно закончиться. Признак первый. Никогда раньше такого симптома у вас не было. То есть если какая-то проблема возникла первый раз в жизни –
вы обязаны показаться врачу. Это раз. И второе. Если вы два дня произносите фразу «сегодня хуже, чем вчера», надо обратиться к врачу. Все, пока этого достаточно. Напишите большими буквами, делайте правильные выводы. Спасибо большое. Кстати, понимаете, вы сколько? Есть на самом деле, вот меня всегда это удивляло, почему вечерний прайм да, не используется для таких очевидных вещей. Ну вот смотрите. Используем же сейчас. Мы с вами говорили про сосательные таблетки, да? Да. Вот есть, что люди должны понимать. Есть ангина, острая болезнь, стрептокок, ее обязательно надо лечить антибиотиками, да? А есть, ну, всякие куча ОРЗ, фарингитов, которые, по большому счету, проходят сами по себе. Как обычному человеку определить, это ангина или это все-таки вирусная инфекция? Первое. Два способа. Угу. Первое. При ангине не бывает соплей. При ангине в носу сухо. То есть, если из носа льется и болит горло, это не ангина. И поэтому можно не бежать. Нет, к врачу, конечно, надо, но можно не бежать. И второе. Есть такая штука, называется правило первой чашки. Если вы проснулись утром, и у вас очень болит горло, то после первой выпитой чашки, если это ангина, болеть станет сильнее. А если ОРЗ, станет болеть меньше. Имеет значение, чего чашка была? По большому счету, нет. Если это холодная, горячая? Не имеет значения. Ну, от горячего, скорее всего, в принципе, при боли в горле всегда хуже. Вопрос в другом. Если это сопли, вирус, то ночью бежала слизь, сопли по задней стенке глотки, и они засохли в горле. И после первой чашки вы эти сопли проглотите, и вам станет легче. А если ангина, ничего не изменится. Поэтому вот элементарное правило первой чашки. Выпили, стало легче. Ребята, это не ангина. Хорошо. Следующий вопрос. Через сколько после второй вакцины Pfizer можно колоться от желтой лихорадки? Ребят, смотрите. Есть интервалы важны тогда, когда используются одновременно живые вакцины, две живых вакцины. Вот тогда это имеет значение. Если речь идет о сочетании инактивированной вакцины Pfizer и живой вакцины от желтой лихорадки, интервалы не имеют никакого значения. То есть, если вы привились сегодня, а через два дня хотите привиться от желтой лихорадки, это можно делать, никаких проблем. Лишь бы другой был принцип работы вакцины. Да. Так, пожалуйста. Добрый вечер. Михаил, 14 лет. Могу ли я вакцинироваться сейчас с гидроцефалией? Стоит шунт от головы в желудок, можно ли вообще вакцинировать? Ой, Миш, вас бы надо вакцинировать, но пока наше правительство такого решения не приняло. Мы все ждем, хотя вот, например, сейчас, ну, уже очень много стран разрешили Pfizer и Moderna с 12 лет. Надеемся, что скоро и вам в нашей стране разрешат себя защитить. Угу. Так, тут опять про вакцины. Какая лучше, какая хуже, какую прорекламируете? Смотрите, какова наша жизнь, да? Это у вас, а у нас что творится? Я сложно даже представить. Можно ли проводить вакцинации людям с острой лимфобластной лейкозой, ремиссия 2? Ну, если ремиссия, да, то давайте еще раз. А можно ребенку с острым лимфобластным лейкозом болеть коронавирусной инфекцией? Ну, ребят, причем, смотрите, если мы что должны понимать, что человек, заболевший коронавирусной инфекцией, он же получит огромное количество лекарств. Это будет дополнительный удар по фоновой патологии, вы понимаете? И так далее. Поэтому, конечно, меньшее зло, однозначно меньшее зло, меньший риск – это вакцинация. Хочу быть таким же активным, как доктор Комаровский. Что для этого делать? Ребят, я не активный. Это я к вам прихожу, тут хорохорюсь и так далее, и так далее. Не-не. А у себя там в Инстаграмах? Я вялый, несчастный вообще, да. Так, ну, кстати, что интересно, не все знают, что это тоже не реклама сейчас. У Комаровского два профиля в Инстаграме. Один, ну, профессиональный, доктор Комаровский, а второй... Юа Комар. Ну, там, украинский где, комар. Юа Комар. Там, где Евгений Олегович выкладывает, как он на рыбалке, как и он... И там, кстати, у меня полмиллиона народу. И они мне так дороги. Они ко мне пришли не потому, чтобы поговорить про сопли и какашки. Они пришли там, я недавно выложил там, я такой гриб Вась нашел. Вот такой вот выложил. Да. Пожалуйста, фотографию Юа Комар. С вот этим вот грибом, да, который... и покажите. Ну, нет, просто меня обвинили в том, что я... Считают, что это не Комаровский, значит, нашел этот гриб, а гриб нашел Комаровского, потому что даже гриб был больше. Мы сейчас посмотрим. Ха-ха-ха.
Так, добрый день. Так, опять какая вакцина лучше? Через 9 месяцев после болезни ковидом решила проверить наличие антител. Оказалось, что их число у меня увеличилось. Как такое может быть, работаю в школе? Ребята, честно, понятия не имею, как такое может быть. С этим коронавирусом вопросов больше, чем ответов. Главное, у вас их много, значит, у вас меньше повода волноваться. Вітаю, Вінниця. Після вакцини Pfizer друга доза пройшло 2 місяці. Кількість антител не збільшилась. Це нормально? Ребят, смотрите, вопрос на самом деле не в количестве антител. Есть другое, кроме количества антител, есть еще огромное количество факторов иммунной защиты. Иммунитет формируется прежде всего в слизистых оболочках верхних дыхательных путей. И вот наша задача фактически, чтобы мы понимали, если у нас есть хоть какие-то антитела, если у нас есть обученный первое звено иммунитета, то у нас очень мало шансов пустить вирус в легкие. Вот для чего мы прививаемся, чтобы не допустить поражения легких, не допустить вот этого самого цитокинового шторма. Но нам почти невозможно создать в слизи, которая в соплях, в мокроте, такое количество антител, чтобы вообще не возникла болезнь. Это почти невозможно. Но если там хоть чуть-чуть что-то есть, то шансов на цитокиновый шторм практически нет. Так, я вспомнил, в детстве была такая игра, это тоже не реклама, в Супер Марио, там, где бежит маленький такой сантехник, он съедает грибочек и становится в два раза больше. Это к чему? Это я фотографию нашел. А что, нашли? Нашли, давайте хвастаться. Так, давайте смотреть, что же там с грибами у Комаровского. Итак, смотрим. Ох, ничего себе. А ты думал, я с тобой играюсь тут? Вот, посмотри, какая красота. Это гриб? Подождите, это мы привыкли. Называется гриб-головач гигантский. Это очень вкусный гриб. Его многие путают с дождевиками. Дождевики, они маленькие, а головач гигантский вот такой. Его когда разрезаешь, он такая белая мякоть. И вот пока у него белая мякоть, не желтая, он съедобный. И вот из вот этого здоровенного гриба, когда мы его пожарим, да, из него будет, ну, вот ладошка гриба. Но с картошечкой жареной. Просто песня. Как он пахнет, честно скажу, пах мне плохо. Ну, еле-еле пах. То есть вкусно, приятно, но еле-еле слабо. Да. То есть я подумал, что плохо пах. Не-не, а он прекрасен, он просто прекрасен. Знаете, красавцы. Я первый раз в жизни такой вижу, если честно. Масенька, а ты много чего видишь первый раз. Будешь со мной дружить, я тебе еще что-то покажу. Так, я думал, что я до этого с вами дружил. Что вы? Ну, так ты не так тесно дружил, как тебе рекомендовала. Вы просто меня не зовете на этот, за грибами. Да, я такой. Так, Евгений Ильич, мы сейчас продолжим, и вопрос от телезрителей меня просто терроризирует тут, обвиняет меня уже во всех смертных грехах. Я, если я не прочитал ваше сообщение, это ничего личного, плохого отношения у меня нет к вам. Вась, а простите. Можно я прорекламирую код тоже? Смотрите, да. Ребят, смотрите, я вам хочу сказать, что, может быть, это очень важно, но все-таки для нас, что я с завтрашнего дня, каждый будний день, буду утром появляться в программе «Ранок с Украиной», и там буду отвечать на вопросы. Каждый день по одному вопросу. И я вам обещаю, что мы обязательно будем смотреть все комментарии под этими видео, выбирать те вопросы, которых будет больше всего, и я обязательно буду на эти вопросы отвечать. Честное слово. Спасибо большое. А я буду рад вас видеть за этим столом, потому что, я так понимаю, рубрика рубрикой, а большой диалог, конечно, вот такой разговор. Для меня тоже это очень важно. Как у нас сегодня, вот, ну, мы 2 часа уже без малого, вот без 10 минут разговариваем, сколько тем мы подняли, а сколько вопросов еще осталось, я могу вот так листать и листать, и вы просто, ну честное слово, вы увидите, сколько непрочитанных сообщений, и не потому, что я ленивый или доктор не хочет отвечать. Я хочу, честное слово, а Вася немножко ленивый. Он не без этого, не без этого. Так, сейчас еще одна тема, которую я хочу коснуться. Сделаем шаг в сторону от медицины, и у нас будет включение. Прямо зараз до нашего эфира долучается народный депутат фракции «Батьківщина», голова незалежної профспілки «Гірників» Михайло Волинець. Михайло Яковичу, вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Таке запитання. З 1 жовтня Україна може відновити імпорт російської електроенергії. Тимчасова заборона на купівлю струму з Росії і Білорусі, яку ввели навесні, спливає 30 вересня. На вашу думку, чи є можливість Україні обійтися без купівлі російської електроенергії? І ще, цей опалювальний сезон з огляду на низькі запаси вугілля, країна пройде без імпорту електрики з Росії? У нас є ще місяць і 7 днів. Можна було б виправити ситуацію, якби ми всі разом долучилися. З одного боку, Верховна Рада своїми підготовленими законами. З другого боку, Кабінет міністрів через прийняття відповідних постанов, регулятор. І, відповідно, всі енергетичні служби
Ну, ми зараз будемо говорити про вугілля. Його зараз на складах теплових електростанцій знаходиться в об'ємах 740 тисяч тонн. Це рівно в два рази менше, ніж... Це всього кілька вагонів. Мінус 122 тисячі 400 тонн. Можете представити, це майже нуль. Це нуль для використання, якщо оцінювати, наскільки днів вистачило б вугілля. Тут, можна сказати, надзвичайно велика проблема. На державних теплових електростанціях ситуація трошки краща. А все відбулося із-за того, що в попередні роки і на початку цього купували російську електроенергію, купували білоруську електроенергію і штучно зупиняли українські шахти. Зупиняли їх ще в березні, в квітні місяці, в той час, коли вже необхідно було розпочати підготовку до нового опального сезону, осінь-зима 21-22 рік. Але в даному випадку, якщо перестати виключати електроенергію і встановити справедливу ціну на українське вугілля, яке зараз забирає... більше, ніж за 3 тисячі, можете представити, рівно в два рази за вищими цінами завозять за кордону, то можна було б виправити ситуацію. Але для того, щоб війти в нормальну зиму, необхідно було б вже сьогодні мати на складах щонайменше від 3 до 3,5 мільйонів тонн вугілля. В даному випадку і Міністерство енергетики мало б як профільне зіграти найважливішу роль і підготувати необхідні документи для прийняття їх в парламенті і як закони, і також як постанови в кабінеті міністрів. Інакше неминуче будуть вілові відключення, вони будуть, і прийдеться купувати російську, білоруську електроенергію з 1 жовтня. І в критичні моменти для того, щоб не дійти до блекауту, до розбалансування всієї енергосистеми, нашій владі прийдеться просити допомоги у Путіна. Навіть не в Лукашенка, тому що Росія може завжди зіграти свою карту. І Лукашенку Путін скаже, ти не даєш електроенергію на просьбу і на допомогу українській владі. Для того, щоб цього не трапилось, ми повинні сьогодні вже про це говорити. Говорити відверто. Ну, наприклад, Слов'янська теплова електростанція. Там вугілля вистачить всього на 7 днів. Повинні сьогодні на складах мати, згідно з планом, 63 тисячі. Давайте бить на бат тогда, Михайло Ігорович. Якщо ми об этом... Об этом, ну, надо говорить на всех эфирах, потому что, ну, мы, ну, страна не должна допустить этого. Мы должны зайти в отопительный сезон. Будут вилові відключення. Це ж не тільки потечуть холодильники, коли виключать електроенергію в цілих областях. А зупиняться підприємства. Люди не отримують зарплати, не буде податків. І це взимку. І ми ще добре не розуміємо, яка буде зима. Тому вживати заходів всіх необхідно зараз. Варто розуміти, що заборгованість по заробітній платі сьогодні складає 1 мільярд 18 мільйонів. А якщо врахувати нарахований фонд зарплати за серпень місяць, я говорю по державним шахтам, то заборгованість буде складати майже 1,7 мільярда гривень. Да. Михаил Яковлевич, я буду вас благодарить, если бы у нас была возможность по видеосвязи. Да. Ви мене якось так відпускаєте. Я хочу завершити. Але в нас є приклад, коли в 16-му році, починаючи з 16-го по 19-й рік, ми застосовували формулу IP2. В нас її називали Роттердам Плюс, і багато хто на цьому спекулював. Але тоді не було таких проблем з забезпеченням вугілля. Бо тоді була встановлена справедлива ціна, і електростанції не відключали подачу електроенергії, ну, тобто постачальники електроенергії, не відключали електроенергію для державних шахт. Тому зараз необхідно щонайперше встановити справедливу ціну на вугілля. Тому що вугільні підприємства купують обладнання за світовими цінами, електроенергія також відповідає ринковим.
Ціни на лісоматеріал, на все інше теж ринкові, світові, але ж ціна на вугілля занижена, і шахти розграбовуються, і таким чином вугільна галузь, яка постачає вугілля, а блоки теплових електростанцій, які мають унікальні спроможності, маневрують блоками теплових електростанцій, ми не зможемо маневрувати. Води в нас мало, ГЕСами ми теж не зможемо, тільки блоками теплових. З 23 гігаватами електроенергії, тобто використовуючи половину потужностей, але потрібно для цього запаси вугілля. Зрозуміло. Зрозуміло. Михайло Яковлевич, буду дякувати вам. Михайло Волинець був з нами на зв'язку, народний депутат України, фракція «Батьківщина», голова Незалежної профспілки гірників України. Надважливе питання, ми до нього будемо ще повертатися, я думаю, неодноразово. Євгеній Олегович Комаровский в нашей студии. У нас 3 минуты до завершения нашего эфира. Я сейчас отвечу на вопрос зрителей один, который массово спрашивает, какой вакциной вакцинировался Комаровский. Я этот вопрос задавать не буду. Почему? Спроси. Ну, это я на как только смысл. Появилась Давайте. Возможность привиться, да. Как только появилась. Первая вакцина, которая у меня был доступ, это вакцина индийская Covishield AstraZeneca. Не потому, что вы считаете, что она такая или сякая. Потому что если у вас есть доступ к ближайшей вакцине, привейтесь. Угу. Все. Когда речь зашла о второй дозе через 12 недель, уже индийский Covishield кончился, но была AstraZeneca корейская. Вторую дозу я получил корейской вакциной через 12 недель. По каждому этому событию я опубликовал видео с рассказом, как я это сделал. А сейчас могу сказать, что у меня уже в приложении Гия есть сертификат вакцинации, чему я несказанно рад. Все, чувствуете себя? Я чувствую себя хорошо. Рога, копыта, хвост. Я очень себя жду обновления по чипу. Ну, как бы, ну, это нормально, в общем-то. Так, у нас 1,5 минуты до окончания. Я тогда вот намеренно не буду задавать вопрос. Если у вас есть желание обратиться к телезрителям, к украинцам, что-то сказать или ответить на вопрос, которым вас там донимают в социальных сетях или на улицах, пожалуйста, можете использовать эту ребят, минуту. Я лучше буду сейчас отвечать на вопросы. Я подумаю, о чем бы вам рассказать, и как-нибудь скоро приду и расскажу. Так, хорошо. Я тогда быстро. Скажите, пожалуйста, можно ли делать прививку после операции по удалению щитовидной железы? А болеть коронавирусной инфекцией после операции по удалению коронавирусной железы можно? Ребят, вакцинируйтесь, пожалуйста. И еще я вас очень прошу, пожалуйста, вот сейчас просто, может, что хочу сказать, можно порекламировать без названия торговых названий? Да. Смотрите. Первостепенная защита любого офиса, любого класса, любого детского сада. Это вентиляция, это нормальный воздухообмен. Как ответить на вопрос, нормальный воздухообмен или ненормальный? Есть очень легко, если в помещении много народу, то там мало кислороду и много углекислого газа. То есть избыток углекислого газа говорит о том, что помещение плохо вентилируется. Есть такое устройство, называется датчик СО2. Не путайте с датчиком угарного газа, датчик СО. Это другое. Датчик углекислоты, датчик СО2. Если датчик СО2 показывает больше 1000 единиц, вы разберетесь, когда его купите. Это значит, надо немедленно проветрить помещение. Поэтому большая просьба. Родители, сделайте, чтобы в классе были датчики СО2. И главное, не учителям, школьникам скажите. Вот как только тут на датчике будет больше 1000 единиц, немедленно открыть форточку и открыть окно, и проветрить класс. Вот это вы должны знать. И прошу там людей, которые близки к Верховной Раде, подарите Верховной Раде пару датчиков СО2. Пусть там тоже проветривают. Государство, мы с вами очень много платим налогов, чтобы поддерживать депутатов в работоспособном состоянии. Можем потратить еще немножко, чтобы контролировать, проветривают они Раду или не проветривают. Доктор Комаровский, сегодня в студии проекта «Час Голованова». Евгений Олегович, я вас обожаю. Спасибо вам большое за конструктивный разговор. Мы и весело о серьезном, и серьезно о серьезном, и серьезно о разном. Спасибо вам большое. Спасибо всем. Я вернусь, не переживайте. Смотрите, он как Карлсон. Улетел. Еще не улетел, но уже обещает вернуться. Спасибо большое. Завтра Дмитрий Гордон за этим столом. В среду ток-шоу номер 1 не пропустите. Спасибо большое. Оставайтесь с Украиной 24. Спасибо большое, Геликч. Спасибо.